Еще раз доброго времени суток, наши дорогие друзья. Все, кто смотрит нас в прямом эфире, добрый день. С вами сегодня на радиорубке Рустам Авдоний и тот же Кирилл, он же Терри. Всех приветствую на данной трансляции. Сегодня у нас будет продолжительные стадии группы Б и группы А. Сегодня ребята играют наоборот. То есть вчера мы видели первые 4 игры от группы A, а затем B. Но сегодня будет играть сначала B и потом A. Думаю, справедливо. Наверное, так удобнее было сделать данное расписание. Ну что ж, пройдемся быстро по группе B. Под пятым у нас тегом будут играть Hidden Force. Шестой сквад у нас будет Fantastic. Седьмой сквад у нас будет GDX. Восьмой сквад — это One Man Squad. Девятый сквад — Keen Esport. Десятый сквад — Oddly Team. Одиннадцатый сквад будет ребята из коллектива Sparta Crew. И двенадцатый будет Supernova. Тринадцатый сквад у нас будет Continental Gaming. Четырнадцатый сквад — Legendary Reds. На 15-м месте будут ребята из коллектива Team Soan. А на 16-м Архитектура. 17-й будет 22-й сквад, 18-й Team Olymp. И 19-й будут ребята из коллектива Temporary Team и 20-й Invisible. Да, на самом деле вчера эта группа B очень сильно зажгла. Те же самые Архитектуры у нас, насколько я помню, взяли 3 топа. 3 топа ребята взяли. И 22-й сквад взяли Winner Winner Chicken Dinner также. Ну, вообще было бы слишком страшно, если бы Архитектуру и четвертый топ забрали. Да, они очень сильно доминировали в данной группе. Тем временем у нас Санок, начало группы Б второго игрового дня. Как быстро все началось уже, даже не успели заметить. Хотел еще кое-что с тобой обговорить, но ничего, потом. Потом как раз таки и поговорим. Да, Санок — карта маленькая, динамичная. Все ее хорошо знают, все ее, многие ее любят, узбекистанцы особенно. Парадайз и все дела. Да, она более такая динамичненькая и быстренькая, но на профессиональной сцене я бы сказал, что эта карта не особо дает много свободы сквадам. Так что передвижения тут должны быть слишком резвые. Кому-то может вообще не повезти, придется плыть по маленьким мостам, переходить. И транспорт тут особо не используется. Да, как бы он и не нужен. Тут везде можно пешим ходом добраться до любой зоны, в принципе. И сейчас нам покажет shift первой зоны. И посмотрите, на кем Браво уже сразу. Ребята из коллектива Nova и SOA уже находятся на позициях. Также One Man Squad также встречается с ребятами из коллектива Fantastic сейчас. Да, как раз таки Fantastic находит уже прицельчики, оружие, все дела. И также уже One Man Squad контролирует ребят, знает его местоположение в примерно, и сейчас, возможно, будет файт. Я так думаю, Фантастики у нас как-то втроем расположились стрелочкой, они будут принимать сквад номер 8. Это те самые One Man Squad. И да, сейчас у нас будет заруба. Когда Некемп назывался, я вот только не помню, по-моему. Двойка? Двойка именно та, которая вот двухэтажная, с балкончиком таким, это двойка называется. Тем временем у нас уже через 50 секунд будет ограничиваться зона. Сейчас попытаются быстро как-то пролутать данные здания, все забрать, то, что можно, и либо выходить, либо драться насмерть. Но One Man Squad, думаю, так просто их не отпустят. Посмотри, Панда сейчас справа. Панда начал крутить справа именно. PVM, Парам, Кенпачи. А, это Кенпачи. Кенпачи у нас крутит за забором, пытается найти пути отхода. Тем временем PVM, Парам у нас греет хаешку. Но пока что безуспешно. Потерял, наверное, истратил все свои метательные. Он просто, да, он чекал, что происходит, потому что, видимо, очень тихо у них. Ну, сейчас ребята все знают, кто сейчас здесь вообще находится, и пока что первого файта вообще пока не было. Хотелось бы посмотреть еще на Кем Браво, который находится на большом острове именно Санка. Там тоже как раз-таки две команды там сталкивались. И Архитектура, по-моему, падала у нас в Paradise Resort, да, если я не ошибаюсь, и там, по-моему, никого не было. Никого, они были одни, они чувствуют себя хорошо, тем более ребята фавориты.
играют очень-очень даже хорошо и могут сделать такой дерзкий шаг. Но при этом, учитывая, что их, я так думаю, все-таки боятся коллективы данной группы, отдают очень много лута. Ну, да. Лучше лут, чем килы. Я считаю так. Потому что ты займешь плейсмент, в любом случае у тебя будет, так сказать... Если у тебя лут лучше, то и килы как раз таки у тебя, они это не учитывают. Но и это тоже, однозначно. Да, да. Просто медаль двух сторон. Угу. Ребята, ну, на самом деле, шестой и восьмой коллектив чем-то цветами немного схожи. И временами я смотрю и думаю, блин, а это что? Ну, Фантастик более красненький, а ребята из One Man Squad розовые. Ты посмотри, один из панда уже получил небольшой, как сказать, прострел. Небольшой. Да, большой прострел как раз-таки по себе, но не нокнулся, держится сейчас. Может быть, это и граната была. Мы просто сидим без наушников, соответственно, мы не слышим данных выстрелов. Тем временем Ассаль у нас забирает сейчас вторую броню. Пытаются они друг друга найти. Они в зоне были или нет? А вот, как раз-таки, прям они на линии зоны. Шестая команда, это Фантастик, находится. Двое человек в зоне, а остальные все и весь коллектив One Man Squad также находятся вне зоны. Тогда и некуда торопиться, даже если так. Да, зона более в правую сторону. Фантастик дает первый нок по Кенпачи. Сейчас сразу же поднимать своего товарища. А ребятам из коллектива Фантастик надо уже идти в раш. Но пока что ничего не происходит. Видим то, что Пампарама нас смотрит как раз-таки угол. Ассаль подходит с левого фланга. И как раз-таки подняли сейчас панду. Если я не ошибаюсь, да. А, Кенпачи подняли. Кенпачи однозначно подняли. Я думаю, это верное решение, что они не пошли пушить Фантастик. Лишь бы не потерять еще куда больше игроков. Мы вчера это уже наблюдали. При первом ноке команда, которая неслась добивать, теряла себя. Да, да. Особенно было это в Хасиенда дель Патрона, когда я уже на самом деле не помню, какие это сквады были. Ну, знаешь, на самом деле тактика хорошая. То есть, когда у соперника есть именно минус один, то есть два человека как минимум заняты. Один на коленках, другой поднимает его. И двое человек на ногах. Пампарам, по-моему, у нас сейчас слышит в упоре противника команды One Man Squad. Кола у нас занял ключевую позицию и смотрит с небольшого пригорочка передвижения по крышам и низу. Команда Фантастик сейчас как-то более крутят с левой стороны. Они вдвоем группируются, сейчас будут бинтоваться и как-то проходить ближе, наверное. Решаются уже, потому что зона, вот она пришла, и сейчас нужно будет One Man Squad занимать или выходить с другой стороны, что они и делают, кстати. Они выходят с данного кемпа и пытаются пройти в зону. Но не тут-то было как раз-таки. Ребята из коллектива 6 Фантастик, да, сейчас контролят именно левую сторону, но ребятам почему-то удается очень легко слинять отсюда. Но скидается хаешка хорошая, сразу минус один ног для панды. Сейчас происходит One Man Squad, сейчас будет как раз-таки что-нибудь предпринимать. Сразу идет Молотов, очень хороший. Очень сильно зажали One Man Squad. Два минуса есть у ребят из коллектива One Man Squad. Будут ли они в этой ситуации? Да, дается ног для ребят из коллектива Фантастик. Тут двое обходят с правого фланга, но нет, получает прас по прострелам. На лохоп и остается Кенпачи сейчас. И сейчас товарищи должны прикрывать его. Последний товарищ, который на ногах. Нет, он тоже как раз-таки, к сожалению, сейчас не на ногах. И я так думаю, уже в преимуществе огромном Фантастик, но они нерешительно сейчас действуют, потому что есть два нока, Кенпачи очень красный. Конечно, у них нет информации о том, вылечился он или нет, но, наверное, не стоит сейчас слишком быстро торопиться. Кенпачи мог бы поднять сейчас панду, потому что он бездействует, а Пампарам бы его прикрыл. Но, видимо, как-то они не торопятся с данной информацией. Кенпачи, я думаю, нужно уже как-то действовать и понимать, потому что он сейчас потеряет своего тиммейта. Лучше втроем и красными, чем вдвоем. И тем более, они не решаются. Фантастики просто их сейчас зажали. У Фантастиков также имеется два нока, я хотел бы заметить. Да. Видимо, я как-то не успел посмотреть, когда нокнули Улу, да? Тем временем Пампарам у нас добивает Ассаля. В киллфиде у нас Континенталь нокнули какую-то команду. Сейчас, посмотри, уколы хороший сейчас пострел будет по как раз-таки ребятам из коллектива One Man Squad. Но нет, не успевает. И сейчас панда опять падает на коленки. И сейчас нужно Кенпачи поднимать своего товарища снова. Ребята, пам-парам-пам, не успел поднять своего
товарищей, и уже минус один, еще два нока имеется у ребят из коллектива, сейчас one man squad, ребята идут на раш, знают уже, что остался один человек у них в скваде, так же, как и у них сейчас останется как раз-таки двое, потому что они не успевают поднять своего товарища, сразу же уходят прикрывать, нет, получает от компарампам. Ошибка сейчас грубейшая была, сколько ждали и в итоге решили рвинуться и потерять себя. Кола очень долго стоял. Тем временем стрелок собирает. У нас... Да, это не стрелок был. Это док. О, One Man Squad выживает в этой локальной схватке. О, боже. Как это все вообще произошло? Пам-парам. Просто с патовой ситуацией One Man Squad выходит живыми вдвоем с данного отрезка карты. Я, если честно, думал, они уже все. Я то есть 100% в пролете. Но что получилось? Тем, то, что Фантастик нерешительно ждали, но потом под самый последний момент рвинулись и потеряли себя. Кола как минимум потерял себя, который дал два нока. Как раз таки, смотри, сейчас 13-й коллектив Континенталь будет заходить прямо к Олимпам. И Одлый Тим, они окажутся сейчас в таком треугольнике импровизированном. Как сейчас раз-таки. Очень жесткий будет замес между Одлый Тим, Фортемп, 10-я команда, Team Sov, они все друг с другом рядом, Continental. Hide and Force у нас решила чуть правее крутить. Тем временем показывают их Тьера, который спреет Сэмки. На дальнюю дистанцию он видит 16-й сквад, это арки. Ребята из коллектива Invisible сейчас напрягают коллектив Архитектуру. Ребята, по всей видимости, сейчас играют троем. Да, ребята уже успели, по всей видимости, потерять Скорпиона своего товарища. Сейчас их Тьер туннелится как раз-таки эквалайзером. Ну, я думаю, это бессмысленно. Не стали бы тратить свои припасы. Ну, дистанция действительно между ними огромная. Ну да, на самом деле, ну, не стоит. Два игрока Invincible заняли один кемп и два игрока под арками. Поэтому, если вдруг, да, какой-то ног будет... Ну, Дейзи, смотри, какие прострелы. По динозавру очень сильно сейчас прилетело. Могли бы, на самом деле, команда Invincible, те, кто внизу, под ними, потом подняться после ног и как-то, так сказать, разрулить ситуацию. Но, я думаю, этого не случится. Ограничение игровой области у нас через 5 секунд. Invincible что-то как-то задвигались. Они как-то, по-моему, решают с нижнего кемпа либо выйти, уйти, либо сейчас как-то будут давить арков. Но, тем временем у нас уже... Начало свое движение третья зона. И сейчас у нас на экранах опять тот же Ихтер, который дает неплохие прострелы по ребятам из коллектива Архитектура сейчас. Показывает Фортем, который у нас в зоне на горе Буткемпа направляются в сторону зоны. Очень много они будут терять сейчас. Смотри, Спарта Крю сейчас находится прямо на буткемпе, очень рядом, близко с ними, и, возможно, сейчас тоже произойдет сквад. Также у нас Континенталь встречается, ребята, из коллектива Oddly Team, и GTX также, ребят, нокают как раз-таки одного из представителей 22-х. Спарта сейчас просто будет закрывать всех тех, кто не в зоне, на горе буткемпа, и те, кто будут Фикс заходить в упор. Нок по шоку, Legendary также дает нок по... Также... Представитель из коллектива Континенталь дает ног по и добивает сразу одного из представителей ОДИ. ОДИ закрывается полностью. Континенталь выживает на этой схватке. Также Форт Темпори сейчас у нас на экранах. Они нокнули сейчас одного из Спарты в буткемпе, если не ошибаюсь, и при этом доели. Да, Спарта у нас остается втроем. Сразу идет раш на буткемп. Зила у нас убивает Сегу, тем временем он залазит на второй этаж, это Годзилла уже показывает, там два почти одинаковых никнейма, Зилу у нас нокают, Годзилла пытается пойти в размен и при этом убивает Фаху. Хорошо отыграли именно эту позицию, и уже 4 пытаются заработали себе для своей команды, как раз таки Зилла у нас упал на коленки, но сейчас ничего страшного, ребята поднимут, захилят и отправятся в путь, на буткемпе лут в принципе хороший, ребята. Фортем очень жестко сейчас ворвались в данный кемп, я думал, все-таки Спарта их будет закрывать, они были в преимуществе больше. Да, вот как раз-таки тот самый файт, который был на северной части карты, это GTX встретили с ребятами с 22-й команды. Тем временем у нас 22-й сквад как-то пытается сократить дистанцию, потому что, видимо, узики. Да, GTX опять играет втроем. Ребята, что вы делаете? Почему? Где ваш четвертый? Уволили однозначно. Слишком плохо себя вел. Либо на Киру наговаривал. Кстати, ребят, Киры сегодня с нами не будет. Мы будем по ней скучать однозначно. Но
Так, так бывает. Так бывает. По своим обстоятельствам мы будем сегодня с Даниэлом радовать. Со встречается с ребятами из коллектива Invisible. Также архитектура дает ног по ребятам из коллектива Nova. Сейчас в скилл-чате у нас появляется. Да, это как раз-таки уже на горизонте архитектура остался. Спустился с того хайграунда, как раз-таки двигается по левой сторону. И впереди него уже есть ног для команды No. И сейчас ребята будут, наверное, как-нибудь душить. Арки у нас заходят сверху. Стороны в зону, а тем временем недалеко у них есть Legendary Reds, Invincible, команда номер 20, очень хорошие позиции взяла при этом. Ой, какая хорошая хаешка, хоть она и не залетела в дом, но она прям четко как раз таки нокнула Дерби стрелка. Очень сильно нокнул стрелка, при этом у нас есть их тьер, который сейчас зависит его поднимать, но они доедают стрелка сразу. Эцио доел. Тем временем они, по-моему, дали размен сейчас. Один в поле воин с прикрытием товарищей находится здесь. И Сова встречается. Три нока уже у Сова сразу же наказывает за то, что они как раз таки продали своего одного из своих товарищей. Их тир очень сильно зажал по двоим. При этом по Эцио прицельно он очень сильно его добил. Да, тем временем раскидывает гранаты. Сейчас будет, наверное, хорошая хаешка, которая может, в общем, минусануть ребята из коллектива Соа. Сейчас мы как раз таки на хилфиде увидим. Да, какая хорошая хаешка. Уже 5 ПТС заработали себе в копилочку. Ихтер молодец. 3 килла заработал для своей команды. Ихтер очень жестко отыграл данный файт. Он мало того, что, по-моему, двоих нокнул. Один был в упоре и один в здании. Legendary Reds также встречается с ребятами из коллектива Кин. Также в 22-й склад дает нок по ребятам из Кина тоже. Да, Кина один человек у нас нокнулся, если я не ошибаюсь. Ортем также встречается с ребятами из коллектива Continental. Да, сейчас очень близкие файты уже пошли. Команда номер 7, 16 и 17. Сейчас будут драться за данную гору. И сейчас втроем GTX оказывается прямо на прицеле. Хороший спрей уже дается минус 2. И GTX, к сожалению, покидают нас, ребята, втроем. Как раз игра втроем показала... Почему вот так вот получилось? Ну, а тем временем у нас 17-я команда. Сейчас зоны будут выходить прямо на тех же арков, которые, возможно, не успели вылечиться. Но они не торопятся. Они заняли отрезок дома, который прямо на самом краю дома. Шаха тем временем у нас нокается. И его пока еще никто не поднял. Динозавр дает ног по тапку. Да, это уже начался файт между 22-ми и арками. Арки им некуда торопиться, потому что они в зоне. Тем временем еще команда номер 17 направляется в зону. И номер 12 стреляет по аркам. Арки тоже не в очень выгодном положении. Герпес как-то лечится, пытается ближе пройти. Но у него нет выбора. Либо на правых, либо на левых. Видит, ребята из коллектива архитектуру сейчас в этой ситуации на левой части экрана как раз-таки. Почему-то во время туннеливания, да, прицеливания, нам именно не показывают, в общем, куда этот человек стреляет. Тем временем эквалайзер у нас на экранах дает прострел по прицелю. Нова первый ног, второй ног, очень хорошо. Сейчас нужно уходить, даже если ребята поднимут, но пусть поднимает все равно за зоной. Да, но они все-таки не торопятся, они еще и правую сторону высматривают. Старый умирает от зоны сейчас. Ой. Они... Invisible также дает ног по ребятам из коллектива. Может быть, они и не это хотят отдавать поинты им. Поинты за киллы, поэтому уже умирают за зоной. Тем временем у нас везде отвисает. Уже файты, везде происходит. X4Temp у нас нокают One Man Squad. Это на нижнем левом отрезке карты, при этом они его доели. Пачи остается один сейчас в поле воин. Также был недавно был файт с ребятами из коллектива 4Temp. Также на верхней левой стороне ребята из коллектива Invisible, также Legendary Reds. Интересно было бы сейчас понаблюдать за командой номер 20, которая будет выходить в зону. И представитель, если я не ошибаюсь, седьмой команды, но нам показывают верхний правый отрезок карты эквалайзера нокают от Азазеля. Маэстро у нас сразу же дает нок по Legendary Reds. Шаха тут же прикрывает своих товарищей, очень хорошо простреляли Нону. Олимпов закрывает ребята из коллектива 4Temp. Они просто зашли в этот файт и забрали свое, так сказать. Тайденфорс у нас вмешиваются, нокают, по-моему, двоих из Олимпов. Тем временем арки тоже помогают как-то выбить Олимп. Тайденфорс покинули нас только что. Последний представитель умер как раз-таки, имитируя змею, да, я бы так сказал. У нас один представитель Legendary Red, да, по-моему, остался. Да, и, конечно же, Шаха забивает. Годзилла у нас
добил кого-то, Шаха сейчас закрыл Legendary Reds. Мне это что-то напоминает. Сейчас Fort Temple против архитектуры. Дается никакого нока, но на как раз-таки дэмэджи. Дэмэджи у архитектуры шикарная позиция. Они в зоне при этом простреливают всех тех, кто на дороге. Очень тяжело будет выйти из деревьев данной команде, но они не будут сдаваться. Дается у нас спрей по Годзилле. Уже два нока, ребята, из коллектива Fort Temple. Нужно как-нибудь двигаться к ним. Видим то, что динозавр сейчас остался на лоха. Два нока у ребят из коллектива Fort Temple. Хороший спрей. Лежа, уже три нока. Надо рашить, потому что Зила остался на лоха. Да, молодцы. Какой матч? Да, все как-то очень быстро, жестко. Это Санук, это динамично. Да, им не надо было даже рашить, они были в зоне. Там просто нет выбора у коллектива Fortem. Первое место у нас занимает архитектура. Уже четвертый топ-1, хотел бы напомнить, за второй день. За второй день уже они берут еще один. Второе место у нас Fortem. На третьем месте ребята из коллектива Legendary Reds. А четвертое место у нас Invincible. Пятое место Hidden Force. На шестом месте ребята из коллектива Nova, Supernova. Supernova. На шестом ребята из коллектива One Man Squad. Седьмое это One Man Squad. Восьмое Team Olymp. Девятое 22-й Squad. Десятое место Continental Gaming. И уважаемый кастер чуть-чуть ниже. Спасибо. Спасибо. На 12-м месте ребята из коллектива GTX. На 13-м ребята из коллектива Team SOA. 14-е место Team Sparta. 15-е место The Oddly Team. И 16-е место — это Фантастик. Как раз-таки ребята, которые на Кем Браво не смогли именно выжить. Сделали небольшую ошибку, тем самым поплатились плейсментом. Да, если так можно сказать. Ну, жесткая заруба в конце была. Конечно, Fortem были невыгодной позиции, потому что у них зона была не для них просто. Они через дорогу без смоков двигались, зажались вдвоем за одним деревом. Это One Man Squad как раз-таки против Фантастика были на Кем Браво. Первый файт, который Кэм Браво был. Да, ребятам немножко не повезло. Ребята просто разменяли два игрока на целый сквад. Я имею в виду One Man Squad. В принципе, неравный обмен, я бы так сказал. Да, они очень сильно зажали, что та и та команда, потому что не было медицины. Очень многие были просто без хп. Кимпачи, помню, сколько дрался со своими красными хелспоинтами, но хочу подметить... Может быть, это и зарешало, когда Кимпачи, по-моему, поднял своего из фантастиков. Да, и как-то они выкрутились там. Да, как раз-таки так оно и было, да. Пока у нас есть небольшое количество времени, хотел бы напомнить про наших организаторов. Это MITC, которое переводится как Министерство по развитию информационной технологии в Узбекистане, а также IT-парк и RevoTech. Совместно, естественно, с... киберспортивной организации ArcRed, а также наш главный спонсор это Адреналин. Ребята, не пропускайте наш стрим, оставайтесь вместе с нами, мы скоро вернемся.
Еще раз здравствуйте, наши дорогие друзья. Мы вернулись. Первая карта Санок прошла отлично. Динамичная карта была на самом деле. Архитектура молодцы. Все очень быстро там происходило. Очень-очень быстро. Буквально 20 минут и карта закончилась. Уже на пятой зоне мы могли бы наблюдать сразу 4 файта, но наблюдали один, потому что у нас всего лишь один экран, которым мы можем транслировать, и всего лишь 2 человека, которые могут это озвучивать на самом деле. Мне звонила Кира и сказала, очень сильно попросила на трансляции, чтобы она передала всем огромный привет, и в особенности сказала, то она фанатка Чапи, потому что этот человек делает мемы, кидает в нашу группу. Да, мы тоже благодарим тебя за это. Спасибо большое. На просторах интернета уже очень много мемов про комментаторов, которые тут вообще нас озвучиваем, да? И скоро, да, у нас уже начинается карта Эрангель, если я не ошибаюсь. Да, у нас Эрангель, то есть идет первая карта Санок. Санок, Эрангель, Мирамар, Эрангель. Да. Как раз таки и они. Ну и по-прежнему у нас первые четыре места, по-моему, даже не изменились. Потому что после вчерашнего дня... Группа Б все-таки арки доминирует. Это уже 4 топа в их группе. Мы так и запишем. 22 Squad у нас вроде брали один топ в данной группе. По-моему, даже если арки сейчас ничего не будут делать, 3 катки, то есть умирать 16-ми, они по-любому выйдут в финал. Но надо бы подсобраться остальным командам, которые сейчас не дотягивают. Если я не ошибаюсь, это те самые фантастики, они могут как-то приблизиться к 4-му месту. Ну, нужно стараться, ребят. Нужно стараться. Да, само собой. Мы не будем сейчас озвучивать данную аналитику по поводу, кто пройдет, кто не пройдет, чтобы не быть ни виноватыми, ни... Какими-либо, как это говорится... Прогнозистами. Да, именно. Но вижу уже краешком глаза то, что ребята готовятся. Скоро уже... У нас будет самолетик. Да, у нас будет самолетик, и мы отправимся уже на карту Эрангель. Пока у нас есть время, еще раз хотелось бы напомнить про наших организаторов. Это MITC, как раз-таки Министерство по развитию информационных технологий Узбекистана, также IT-парк совместно с киберспортивной организацией Arcred и RevoTech, а также наш главный спонсор — это Адреналин. Ребят, не упускайте ни один матч. Смотрите, болейте за свои любимые команды. Мы обязательно читаем чат, пишите, поддерживайте. Да, какие-то креативные сообщения обязательно будем выделять в чате. Ставьте лайки на трансляции, подписывайтесь на каналы, где сейчас идет наша трансляция. Я знаю точно, что трансляция идет на канале Arcred, IT-парк YouTube и IT-парк Twitch также. Ух ты, даже на Твиче есть. Да, так что, ребят, у нас 3 трансляции идет. По поводу Твича как раз-таки хотел поговорить. Была такая новость после того, как в Америке взбушевал как раз-таки тот самый Black Lives Matter, если ты это помнишь, и еще некие феминистические, а также ЛГБТ-сообщества, которые там были, на Твиче запретили говорить некоторые слова. Но мы их не используем, так что это нам не грозит. Мы более аккуратны в этом плане. Ну, я бы не сказал. Да? Ну, тем временем у нас уже начинается разлет. Как раз-таки разлет очень хороший, начиная с Джорджиполя, заканчивая Новорепным. Посмотрим сейчас, как будут разлетаться команды, потому что наверняка после первого игрового дня очень многие сменили свои стратегии и, так сказать, кемпы, где они будут лутаться. Уже более-менее знает, кто куда будет прыгать и... Даже сегодня в группе видел о том, кто куда падает. То есть был какой-то пост и картинка, где кто занимает данные локации. Все равно отпираться от этого тоже нельзя. Нужно как-то удивлять. Если вдруг где-то... Вот мы, например, да, когда играли в PUBG, мы очень жестко отыгрывали зону призана. То есть это был действительно наш, так сказать, короночка. Поэтому... То есть никто туда и не прыгал вместе да, с вами? Однозначно, да, однозначно. Они знали, что там можно наполучать. Да.
Понятно. Тем временем у нас уже ребята разлетаются в самолете, почти никого не остается, нет. У нас Кин выпрыгивает, а также Аркред, ой, извините, Архитектура, также выпрыгивает над Сосновкой, и также Invisible, по всей видимости, будут занимать новорепные. Даниэр у нас уже хочет, чтобы просто подразделение Аркред открыли по PUBG Mobile, однозначно. Ну, было бы неплохо. One ну, если обязательно будет данная дисциплина у нас доминировать, так сказать, в Узбекистане, то не за горами будет то, что будут открывать данные организации. По-моему, уже по пора. Этой игре. Почему? Потому что мобильный гейминг, он самый удобный. Ты можешь играть где угодно. То есть тебе нужен всего лишь хороший интернет и... Да, с этим можно поспорить насчет хорошего интернета, но хотя бы зарядка, и все. То есть тебе больше ничего не надо. Все, что я делаю на телефоне, я открываю Телеграм. Вот, серьезно. Поэтому, да, кому как, кому компы, кому телефоны. Тем временем у нас показывают 4TEM, которые лутаются в Георгополе. Недалеко от них представители 11-й команды Спарта. Он также сейчас... Паха пытался у нас заметить какие-то контакты, собрать информацию по данным игрокам, но решил не, так сказать, париться, и нужно лутаться как можно быстрее, взять весь, так сказать, эквипмент и продолжать игру, бороться и брать топы. Да-да-да, само собой. Сейчас видим то, что 4TEM также собирает информацию по расположению ребят из коллектива Sparta Crew. Хочу подметить сейчас, вижу одного игрока Спарта Крю, который находится на радаре чуть выше, очень близко к скваду номер 19 4TEM. Он, видимо, за горочкой очень близко собирал данную инфу, ушли ли они или нет, но сейчас поплыл ближе к своему скваду. Да, по-моему, он даже свалился именно. Может быть, даже как-то подвис. Immortal, хэштег Immortal живи. Не утони, самое главное. Тем временем, я думаю, все-таки тут все пройдет без происшествий, потому что дистанция довольно-таки большая, очень много домов, и они расположены друг от друга все-таки довольно-таки далеко. Вряд ли у нас будет какой-то файт, но если и решаться, то мы с радостью на это посмотрим и озвучим происходящее. Само собой, мы тем временем желаем ребятам хорошей игры, быстрого интернета и... Ну вот опять же скажу насчет интернета вряд ли, но если вдруг вы верите в чудеса в Деда Мороза и в интернет, то... Нужно верить. Нужно верить, да, без веры никуда. Тем временем у нас, по-моему, сейчас зона... Нет, это красная, да, зона была? Да, это была определилась красная зона, а Shift именно первой зоны показывал оцентровку и немножечко ниже оцентровку как раз-таки. Я так и думаю. Уже 4TEM дает один нок по представителям One Man's Cup Squad. Что? А где они нашли? Как раз таки они, по всей видимости, более западнее. Да, ребята, из 4TEM. Они ушли с этого Георгополя и сейчас движутся. Я хотел как раз таки напомнить про то, что представителей One Man's Squad очень сильно сплетанулся от них, далеко растянулся и пожалели за то, что они вот так вот именно сделали. Так еще и 4TEM очень быстро вышли с данного кемпа, ушли, сразу же нашли свой первый фраг. МКВАН покидает у нас данную катку и отправляется в лобби, либо будет сидеть и болеть за своих, так сказать, чуваков. Да, за свою команду. Тем временем 4TEM сейчас будут забирать тот УАЗик, который привез, по-моему, МКВАН. Они сейчас просматривают эти дома, есть ли еще соперники или нет. Аккуратничают, но, судя по всему... Понимая, что их никто не пикает с окон, они уже расслабляются и идут лутать лут МКВАНа. Это как раз тот самый УАЗик, который стоял у дома, это муляж. Это муляж, да. Ну вот, я бы повелся. Сразу пинал там дверь, открывайся, кто не едет. Вроде на ПК-версии его не было. На ПК-версии муляжи есть. Да, рядом с починками, как только выходишь из починок в северную часть, и северный выход из починок, я имею в виду. Но это же не починки, в том-то и дело, это Георгополь. На Георгополе, да, ну, на ПК-шной версии именно не знаю, находится ли там такая именно машина-муляж, но вот у нас есть.
Да, уже многое тоже забывается, потому что практика показала, как я давно не играл в данную дисциплину. Но, в общем, в целом понимание, я все еще вполне годен. Все еще специалист. Да, можно сказать так. Тем временем Спарта у нас очень сильно уже пролутала данный отрезок карты. Арки у нас занимают левый мост и будут просматривать, так сказать, переезд в Сосновку. Они пытаются угадать, я так думаю, куда будет зона и кто куда будет перемещаться. Шисуй у нас сейчас приближается к своей команде на старт данного моста. Кидаются флешки ему под машину. Они просто там фанятся и веселятся. Сейчас утопи еще этот УАЗик вместе с собой. Засейвил УАЗик. Хороший, кстати, сейв был такой. И то, что ребята... В принципе, залутались очень быстро, хотел бы сказать. Лут очень хороший. Слушай, а где они лутались? Что они Сосновке, на Сосновке. Да, как раз таки упали сразу на общаге. По всей видимости, оттуда же перемычка и завод, и все, поехали. Очень быстро они пролутались и очень быстро заняли очень хорошую позицию. Знает то, что на новорепные прыгнули ребята. Ну, какой склад именно не знает, но знает то, что люди-то есть, и через мост они по-любому проедут. Наконец-то тот самый долгожданный мост, который мы хотели. Но хотелось бы видеть данное, так сказать, даже не противостояние, а прострел по всем машинам, которые поедут. Но они могут взять и лодки. Он, если они будут на лодках, ой-ой-ой, если лодки будут, они просто более в сторону мульты будут переплывать. Поэтому вот так вот под мост они точно не поплывут. Я так думаю, все-таки это будет езда. Арки тоже могут долго не задерживаться тут. Кастеры сейчас, возможно, нам покажут, что... Опа! У нас едут Invincible по этому ли мосту? Это, по-моему, по другому мосту. Это тот же мост, да. И сейчас у нас стрелок, по-моему, будет в очень плохой ситуации. Разгоняется. Он один сейчас против всех. Просто молодец. Уплывай, все. Да, он сейчас под мост будет уплывать и как-то стараться лечиться. На грани был. Немножечко совсем оставалось у как раз-таки стрелка попасться, ну, точнее потерять свою жизнь. Invincible у нас играет втроем данной катке. Ну все, его уже не отпустит с этой ситуации, но он хотя бы жив. Нет, он нормально все с ним будет, он сейчас проплывет под мостом до той стороны, вылечится и возьмет лодку. Будет плыть, просто как-то сам добираться. У него сейчас есть информация о том, что архитектура закрывает этот мост. Скорпион уже смотри, стоит на как раз-таки на снизу моста, контролит полностью. А он его и не увидит. Он опять же, я же говорю, стрелок будет двигаться в другую сторону моста. Балки к балке, да? Да, посмотрим, как оно будет, но у него был сейчас шанс заметить его. Видишь, стрелок сейчас будет направляться обратно, брать ту лодку. У него выбора просто нету. Да. Тем временем арки в любом случае сейчас отпустят данную ситуацию и будут садиться по своим автомобилям и направляться в зону. Очень неплохая тактика у арков. Они берут, занимают на первых зонах край зоны и отрезают, так сказать, пытаются найти свои фраги. Ну, надо бы как раз таки закрыть, ребята, скрыть его Invisible, потому что они же знали, Invisible закрыли, стрелка только что убрали, и мы не знаем откуда его. Возможно, он слишком долго находился под водой. Все может быть. Сейчас, конечно, киллфида мы не видели, поэтому судьбу данного игрока мы не узнаем. К сожалению. Арки сейчас... у нас выехали с данного моста и сейчас будут перемещаться, наверное, ближе к дропу, либо будут занимать... центровую какую-то гору. Тем временем у нас наверху, недалеко у рожка и школы, скопление команд Олимп и Хайден Форс, недалеко друг от друга. Но сейчас очень много команд за зоны, которые будут направляться в центровую, так сказать, зону. Олимп у нас, по-моему, замечают Хайден Форс, который находится в школе. Самокат у нас на экранах. Контролит школу, общаги, которые, откуда вы могли прийти как раз-таки враги. Сейчас, это как раз-таки гора Рожка, между Рожком и школой. Да, пока на карте динамика оставляет желать лучшего, но может быть оно и к лучшему, потому что мы в конце посмотрим куда больше, куда зрелищнее. Ты видел, какие он контакты забирает?
какая-то самокат. Он просто чуть ли не на червак с Ташкента смотрит. Пытается просмотреть, кто ж там отдыхает-то. Тем временем Lost показывает у нас на экране. Представитель Hayden Force пятой команды видит, как самокат сейчас переезжает сбоку школы, заряжает гранату. Как-то он передумал. Самокат проезжает вокруг данного отрезка карты и сейчас пытается, наверное, как-то забайтить, чтобы в него постреляли. Он собирает информацию. Он хорошо занимает как раз-таки позицию самую большую, высокую как раз-таки общагу. Да, высотки, которые недалеко от школы. Это очень неплохая позиция, но там очень тяжело спрятать свой транспорт. Его можно очень легко прострелить. Поэтому ничего, я думаю, что ничего угодно. Страшного, да. Не-не-не, страшно, когда теряешь транспорт. Рашить именно общаги очень-очень даже сложно, знаешь, только если с гранатами. Но сдалека можно прострелить колеса, и опа, ты понимаешь, что они будут бежать. И ты просто берешь ключевую позицию, когда они выбегают, все, это расстрел. Да, это многие так делают, поэтому не секрет того, что... Наши узбекские команды наверняка так любят портить игру. Да, да. Ислам у нас тем временем пытается как-то просмотреть, куда же они направились. Алим, кстати, хорошо играет как раз-таки. То есть уехали с горы Рожка, заняли хорошее место. Сплетанулись, правда, очень-очень далеко друг от друга, но если поймает их по одному, будет очень-очень больно. Да, пока на карте у нас ничего не происходит. 60 людей как раз живы, 16 команд. И видим то, что самокат вернулся к своему коллективу, да, так сказать. Мы сейчас откроем чатик и обязательно пообщаемся с нашей аудиторией, пока у нас есть на это время. Ну, мы открыли. Тем временем пока подождем, что у нас произойдет на карте. Ну, тем временем у нас ребята из коллектива Олимп замечают ребят из коллектива Фантастик сейчас. Как ты думаешь, смогут ли архитектура взять еще хотя бы один топ? За следующие три катки ты имеешь в виду? Да. Думаю, да. Думаю, еще как минимум один топ будет у ребят. Видим, в чате у нас пишет Джафар Купайсинов, сенатор number one. Да, очень много болельщиков у нас команды Danger eSports, но также не забываем, что есть и другие команды. Lil Way пишет в поддержку For Temporary. Ну, спасибо вам за ваш отзыв в чате. 22 Danger, машина, убийца и его команда. Спасибо, ребята, за данный комментарий. Хорошо поддерживают свои команды. Видим то, что неравнодушны к своим, как раз таки, к своему коллективу, который вообще там... Может быть, друзьям, а может быть вообще и дяди, папы, а может и мамы. Потому что у нас, я не раз наблюдал, что участвовали представители женского пола. Тем временем 22-й сквад дает нок по представителю OD. Сейчас уже второй нок у ребят из коллектива OD. OD Team сейчас теряет двоих. При этом Герпес нокает, по-моему, третьего представителя. Да, последний представитель остался. И сейчас спрей от Скорельки, от Герпеса. Сейчас попытается взорвать данный транспорт. Да. Что? Он высадил последнего и минус 4 просто заработали, ребята. OD Team теряют себя просто при перемещении. По-моему, Герпес с Пропером вообще вдвоем справились в данной ситуации. Просто перестреляли всю... карту, точнее, карту, где проезжали Team Oddly. Нет, как раз таки видим то, что машина одна стоит, припаркованная без колес, УАЗик, рядом с этими кемпами. По всей видимости, Oddly Team хотели сротировать и занять именно эту позицию, где уже как раз таки 22-е находились, и они были за это наказаны.
Да, вот так вот. Не знаешь, что занят кемп. Например, кстати, у нас тем временем динозавр видит перемещающуюся команду номер 7. Как-то, если честно, особо урона не прошло, разве что последний пулькой он задел представителя 7 команды. Это GTX, если я не ошибаюсь, проезжали мимо починок у нас. В сторону 22-го сквада, 12-го сквада, простите, которые были, по-моему, недалеко. На папичек, которые заняли те самые маленькие кемпы рядом с починками. Супернова сейчас... у нас недалеко от архитектуры. Она с краю починок занимает небольшой кемп, который будет простреливать в дальнейшей карте. Да. Хотел бы заметить то, что ребята из коллектива архитектуры сначала спрыгнули на Сосновку, закрыли мост, а теперь сейчас контролят починки. Это... Очень уверенная игра и очень хороша. Они контролируют отрезок карты. Они занимают, так сказать... Спарта Крю тем временем встречается с ребятами из коллектива Fortep. И сейчас архитектура также на ротациях ловит ребят из коллектива Legendary Reds. Дардейла потеряли, Legendary Reds. Тем временем они, по-моему, за пригорком высаживаются. И сейчас... Нет, они уехали. Они уехали намного дальше. И сейчас вряд ли они будут как-то мстить. Получает ног от коллектива 22-х сейчас в этой ситуации. Денджер у нас, если я не ошибаюсь, ногтул Некста. Сразу же добирает ребят из коллектива Fortex. 22-е не будут щадить в этой ситуации. Нам бы хотелось посмотреть на этот файт. Соло тем временем встречается с ребятами из коллектива Invisible. Также Sparta Crew из Fortex. И Team Supernova сейчас стреляли по команде Архитектура. Сейчас очень много начинается какой-то мясни. Тем временем видим 4-man. У нас прострелили по кустикам по команде Архитектура. Очень много снес ХП, но над ними красная зона. Как бы сейчас это не сыграло против команды Архитектура, по-моему, которая находится недалеко от открытого пространства. Там церковь, если я не ошибаюсь, есть крыши, через которые могут пролететь снаряды. Да, именно. Но ребята супернова хорошо расположились. Правда, 0 киллов, но ребята играют на плазме. Тем временем Legendary Red встречает на пути ребята из коллектива GTX. И сейчас, возможно, там тоже происходит какой-либо файт. Хотелось бы увидеть на это. Супернова, как я думаю, слишком сильно сейчас заостряются на команде Архитектура, которая недалеко от... Ответный нок от GTX для ребят. Как раз таки... Из представителей Legendary Reds. У них там мясня, по-моему, между друг другом. Но нам пока показывают Супернову и Архитектуру, которые друг от друга недалеко. Супернова очень хорошая позиция. Я думаю, возможно, на следующую зону они также будут в зоне. Тем временем у нас Комбэт дает стаповые МК 4 патрона по шраму. Шрам нокается. GTX у нас сейчас потеряли представителя одного... сокомандников. Уже двоих, как раз таки, двое ребят как раз таки сейчас не в боевом состоянии из коллектива GTX. Тем временем Комбэт, наверное, будут сейчас подтверждать свои киллы, но контролит горизонт, как бы к нему не подошли. Тем временем Континенталь, один представитель влетает к ним сейчас. Между седьмой командой, и возможно он сейчас поплатится за данное действие. Как раз таки, по-моему, уже поплатился, его сразу же убрали ребята, да. Так оно и есть. Опрокидывается хаешка в сторону одного из нокнутого представителя GTX и добирается килл от для команды Legendary Reds. Комбэт у нас делает килл по Уайнде. Тем временем представители Continental недалеко проезжали, но это не данный отрезок, это за руинами то, что происходит. Получает овердэмэдж на ротациях, и сейчас видим то, что GTX будут поднимать своего товарища или же будут продавать. Навряд ли они поднимут шрама, но он ползет к нему и пытается все-таки как-то поднять его. Тем временем Спартакус у нас поднимает шрама. Legendary Reds позволяют это сделать. У них есть шанс... Сейчас просто обыграть все тех игроков GTX, которые близко к ним. И у нас только что один из представителей Fort Temper взорвался либо в красной зоне, либо в машине. Мы только что видели. Также архитектура встречается с ребятами из коллектива Олимп. Сейчас Сова нокает одного из Тапка сейчас. Олимп также нокает Кина. И Скорпион нокает Самоката. Legendary. У нас где-то какой-то файт был, но нам его не показали, к сожалению. Нам показывают сейчас только команду GTX и, 14-ю команду. Паса сейчас у нас на экранах из коллектива GTX. Сейчас будут более крутить правее или же идти более в хайграунд, да, если так можно сказать. Сзади находятся ребята из коллектива Continental Shock.
Тем временем вижу вопрос в чатике. Год задал вопрос, будут ли еще турниры, если да, то когда приблизительно. А наверняка это уже будет информация после данного турнира. Как, Олимп, какая Legendary, статистика Олимп, будет? Хасанов также нокается от зоны, HF и также и Кин Плейс нокается от зоны. Что происходит за зона? Ё-моё. А, тем временем HF дает нок по представителю Continental Shock, который находился прям в упоре у Фасы сейчас. GTX у нас пытаются выйти из зоны, но не все представители сейчас зашли в зону. Тем временем Hidden Force у нас прям по пяткам бегут за Фасой, которые, возможно, сейчас они убьют. Тем не менее, у нас еще есть представитель Legendary Reds на краю зоны. Сейчас будет очень жесткая мясня за данный отрезок карты. Недалеко от руинов у нас скоро будет ограничение игровой области, и нам сразу же опять придется сейчас смотреть, как они будут лечиться. Hidden Force, они теряют Тима, игровая зона нокает одного представителя Hidden Force, у нас остаются, по-моему, два игрока, если я не ошибаюсь, из пятого коллектива. Лос у нас дает прострел по Фасе, который лежит в траве недалеко, Фаса отвечает спокойно. Просто минус 3, поймал всех ребят из коллектива Hidden Force и закрыл, ребят, очень-очень даже хорошо сыграл. Тем временем Кин встречается с ребятами из коллектива Legendary Reds, хороший прострел, убежал, на лоха остался, и ребята сразу Максик же сзади. Максик очень сильно мансанул в данном моменте, он просто лег выше, и тем не менее, представитель команды я уже не успел увидеть, он его не достал. По-моему, это было Спарта. Да, 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 как раз. Тем не менее, GTX и Legendary Reds у нас расходятся, не стали дальше воевать, будут как-то выходить в зону. Архитектура у нас за зоной, и сейчас они будут двигаться в сторону направлении, в сторону Team Nova, Super Nova, которые заняли мини-кем, как я и предполагал, что зона сдвинется. С починок Шаха дает прострел по Team Olympu Дача, которая проехала недалеко, сняли пол ХП. Тем временем архитектура садится в УАЗик и будет направляться в зону. Да, видим то, что 12-й коллектив сейчас находится очень-очень даже хорошо. Архитектуры ничего не остается, кроме как прям залететь к ним. Получает уже один нок, ребята, из коллектива Супернова в этой ситуации. Ой, и своего задавили, что ли? Да, да, динозавр, да, да. Динозавр как-то случайно нокнулся. Случайно своего задавили. Также GTX ловится на дороге. Один из представителей не доживает до зоны. И второй, а, не полностью закрывается. Ой, как обидно в этой ситуации. Максик у нас на экранах, который показал нам хороший манс, да, как раз. Legendary Reds очень сильно просели по ХК. Максик лег от отличился, комбэт также сейчас отличился. Смотри, и они будут, видимо... играет. Он сейчас будет выходить сразу на 4. А им нет смысла сейчас выходить на Фантастик. Зачем Legendary? Одну они хаешку могут чуть-чуть левее сдвинуться и просто их закрывать. Одну хаешечку, Максик, давай, давай. Идет прострел по через как раз-таки траву. Дорогу. Да. Да, через дорогу сейчас пытаются настигнуть Legendary Reds в команду Фантастик. А сил у нас делает один ног по Legendary Reds. Сейчас гранаты. Видимо, увидели как-то сейчас есть самый шанс передвинуться у команды номер 6 Фантастик. Да, как раз-таки у Фантастик. Также имеется уже один ног. И что же буду делать в этой ситуации? Legendary Reds дается уже второй отвечают, ног для отвечают Асила. Отвечают они. Фантастик. Теперь хорошо, хорошо, хорошо. Максик поднял своего товарища. Прострел через смоки. Понимает, нащупал одного из представителей. И кидается, раскидывается смоки наперед. И сейчас уже у ребят из коллектива Фантастик имеется, да, один ног, который уже дотек. Наверное, уже и второй сейчас будет. Сейчас очень сильно могут заиграться Legendary Reds, потому что они идут их близко рашить. Очень много ноков они дают за зоны, не дают сразу им выйти с дымов. Сразу же добирают ребят, которые оставались там даже на лоу ХП. И Фантастик покидает нас на 7-й строчке на карте Эрангель. И ребята из коллектива Legendary Reds, хотел бы отметить, очень и очень даже агрессивно играют. Молодцы. Да, как-то они собрались и взяли волю в кулак. Я опять же говорю, я еще это вчера говорил. Все или ничего, вот данная команда, лучше бы называлась именно так. All or nothing. Они одну игру показывают да, очень хорошие результаты. Да, было бы еще сложнее нам комментировать. All or nothing. Тем временем Legendary Reds у нас делают верхний левый круг, чтобы занять новую зону как-то. Зона уже 7-я, почти предпоследняя, которая уже будет сильно-сильно дамажить, за которой уже нельзя оставаться, кроме как только на перехил. Супернова и архитектура у нас недалеко друг от друга как-то да. живут. Представитель СОА. СОА дает гранату как раз-таки для... команды Супернова. Они нокнули на втором этаже да, представителя да, да. команды Супернова. Сейчас рашится данный дум. Эцо заходит на первый этаж вместе со своим тиммейтом. Откидывается молик. Пытаются нокнуть человека на первом этаже в маленькой комнатушке. И Эцо сейчас будет лечиться. Что происходит в данном доме? Врывается на первый этаж у нас представитель команды Супернова и теряет себя.
Да, да, к сожалению, Страт тут же был наказан, добит за своего товарища, которого они тоже не оставили. Тем временем архитектура залетает к ребятам, прям залетает. И с Legendary Reds нокают Максика. И подбирать сейчас комбета. Кумбет сейчас у нас уходит на коленки. И у архитектуры также имеется два нока. Но сейчас двое против одного. Что происходит в этой ситуации? Немножко видимо, небольшой подлаг был. Да, и Redline Inc. сейчас как-то он бегает недалеко. Он, по-моему, нокнул одного представителя архитектуры. Да, нужно было сразу добрать двух представителей из архитектуры. Legendary Reds у нас занимает пятое место и выбывает с данной гонки. Ничего страшного. Архитектура сейчас будет апать своих двух тиммейтов за одним лишь камнем. И их очень легко сейчас там взорвать. Тем временем супернова. Зачем? Не надо вставать! Не надо! Зачем? Это было забавно. Последний представитель супернова Энгри сейчас просто взорвал себя. Ой, как обидно, как обидно. Он мог лежать, она его не достала, возможно. Она бы не достала бы по-любому его. Но что случилось, то случилось. Да, это было очень, так сказать, веселый хайлайтик. Тем временем у нас архитектура поднялись и видят представители команды Team SOA, дают дальний прострел. Остались, по-моему, 4 на 2. 4 на 2, если я не ошибаюсь. Архитектура у нас рашит ближе к центровой зоне. Team SOA сейчас в патовой ситуации. Не знаю, смогут ли они вытащить данный файт. Да, Дина дает сразу же по Терби нок и сразу Это было, честно скажу, легко. Да, да, это потому что, ну, ты замечал в последнее время, как раз таки, вот еще один очередной топ для ребят из коллектива Архитектуры. Ребята молодцы, очень-очень даже хорошо сыграли. Да, пятый топ подряд. Уже пятый группе. Топ. Я думаю, однозначно данная команда выйдет, возможно, даже с первого места, но не буду сейчас загадывать наперед. Результаты говорят сами за себя. Да, да. Пятый топ. Пятый топ из скольки матчей? Они уже 6 матчей сыграли, верно? Да, все верно. Группа Б. Все верно. Да, 6 матчей, 5 топов. И всегда одинаковый результат, если ты замечал. В конце остается архитектура полным составом, который остается против либо двоих, либо одного бедняги просто, который душит, как маленький. Но они очень грамотно перемещаются. Да, вроде бы, казалось, они заехали на Legendary Reds. У Legendary Reds было преимущество. Они пока слазили, так сказать, со своих уазиков. У них не было никакого сейва. Но я так думаю, все-таки много команд данной группы Б боятся архитектуру. Они как-то избегают с ними файтов. Team SOA давали им сопротивление недалеко от починок, хорошо держали их, но там недалеко Team SOA сразу же заняли сзади отрезок дома в маленьком кемпе. Да, да, они да. оказались под шквальным огнем. Но из всего, то, что я могу сказать в данной карте, это было очень неплохо. Да, да. То, что происходило недалеко от починок, было очень весело и занимательно. Особенно да. граната от Энгри, которая была на крыше Папича, если не ошибаюсь. Да, немножечко ошибся как раз-таки тот самый последний представитель из коллектива Супернова Энгри, который дал хаешку. Ну, с кем не бывает. Я знаю, как он дал, хотел дать именно хаешку, чтобы она отлетела от стены и приземлилась как раз-таки вниз Папича. Да, для ребят из коллектива СОА, но немножечко не повезло. Да, мы отправляемся на небольшой перерыв. Хотел бы напомнить еще раз то, что мы вас любим. Ребят, конечно же, поддерживайте свои команды в чате, да. Ставьте лайки на трансляции, не уходите. В чате то, что у нас еще и Кира появилась. Привет, Кира, как дела? Братан, держись. Братан, держись. Да. Ну, у нас идет небольшая задержка как раз от реального времени, примерно в 10 минут, и вот. Вот так вот все выходит. Мы уже скоро вернемся, ребята. Не покидайте нас. Подписывайтесь на всех наших спонсоров, организаторов. Будьте с нами на связи. И скоро начнется карта Эрангель.
И еще раз здравствуйте, наши дорогие зрители, любители PUBG Mobile. Мы снова на связи, и у нас уже скоро начнется карта не Эрангель, а Мирамар. Да, ничего, бывают такие заминочки, когда торопишься, так сказать, прервать эфир. Мы немножко поторопились, и вышла осечка. Такое бывает. Ничего страшного. Тем временем у нас сейчас будет Мирамар, вторая половина группы. Это третья карта на сегодняшний день. Как ты думаешь, вот если... Займут ли арки еще один дом? Нет, там уже можно как бы насчет этого не разговаривать. Хотелось бы отметить команду Супернова Team SO, которые очень плотно воюют вот последних отрезков. Держатся, живут. Да, они живут. И... Представители четырех команд, я думаю, Супернова, Team SO, 22-е, также 22-е. Тоже и Legendary Reds, хотел бы отметить того самого Максика, который прям играл супер агрессивно. Фортемп, они вчера неплохой результат показывали, но сегодня пока что, по-моему, у них не летит. Mm-hmm. Ничего страшного, может быть, в данном отрезке карты они обязательно соберутся. Invincible также как-то сегодня чуть-чуть, как мне кажется, отпадают. Да, немножко да. Не доигрывают. Но, возможно, вот как раз-таки Фортемп, Invincible, Team SO и Supernova будут делить топовые строчки, но не будем загадывать наперед. Очень много команд, которые просто могут сейчас все перевернуть. Тем временем, let's get it to Rambo, Мирамар. Мирамарчик, наш любимый, самая размеренная карта и, да, я так думаю, самая лучшая карта для турниров. У нас сейчас появляется на экранах южный разлет, начиная с Минас дель Сур, заканчивая Импалы. Ну? На самом деле, по-моему, как-то по-другому уже назывался данный кемп. Или нам нижний самый отрезок карты не показывает? Там как-то еще Минас дель Вали, по-моему, был, не помню. Есть как раз Минас дель Вали, и, если не ошибаюсь, вот как раз-таки сейчас арки закрывают у нас обзор от еще одного. Вот у нас появляется Минас дель... Мы уже не будем в данный момент озвучивать данные кемпы, потому что наверняка их уже и лутать не будут. Да, так что да. Арки у нас тем временем недалеко от команды представитель номер 9. Кто же это у нас? Это Кин Эспорт. Кин Эспорт. Совсем недалеко от арков. Сейчас Скорпион у нас лазит с лестницы круглого здания. Без лута убегает, так сказать, в летней одежде. Я бы так одевался, когда отдыхал. Именно. Да, ребята отдыхают сейчас, если так посмотреть. Они фавориты сейчас у нас как раз-таки на карте, которые 100% будут проходить в финал. Ребята действительно очень-очень даже хорошо играют, отстаивают свое право. И да, да, вот мы видим, как раз-таки они у нас на экранах. СЛР-очку находят, конечно же. А мне показал... А, кстати, в PUBG Mobile есть ли мутант оружие? Да, да, само я собой. Я как-то не видел, чтобы он кто-то есть, из него стрелял. Он есть, но в PUBG Mobile он не очень-то эффективный, понимаешь, из-за этого. Многие тем временем у нас Invincible делает нокс дробаша на каком-то отрезке карты. Мы, к сожалению, увидели. Кемпачо он убивает. Сразу же добивает Кемпачо из коллектива One Man Squad. По-моему, это фантастик был. Но если вдруг я ошибаюсь, то извините. Да, это из коллектива One Man Squad. One Man Squad. Да. Потеряли уже одного своего игрока, к сожалению. Кин сейчас у нас на экранах Junior. Также Блейз. Блейз у нас всем составом. Да, красавчик. Блейз, Джуниор и Севич. Был у нас прострел по представителю команды Архитектура, но пока не увенчалось успехом данный выстрел с Винчестера. Очень прикольный прицел они сделали на Винчестер. Мне это нравится. Мне раньше не было прицельного огня на данном оружии. Да. И сейчас есть огромные шансы. Плюс патрон очень быстро летит. Да, да. Если да. В голову попадешь, по-моему, по первой каске, однозначно сразу на. Сразу же, да. И по второй, если она хотя бы чуть-чуть коцанная, то сразу же добирай. Ну, а если ты попадаешь по второй, она полностью почти снимается, становится полностью красной. И остается очень маленькая хп. Да, у Блейза были шансы, но тем временем они не увенчались успехом. Тем временем у нас показывают представителя Супернова Формен,
который лутает, по-моему, Пуэрто Параиса. У них недалеко есть 18-й сквад. Это Олимп как раз. Олимп, который, возможно, сейчас будут их закрывать. Объясню почему. Потому что сверху Олимп на дороге. У них сейчас будет сбор информации по команде Супернова. Они будут много видеть. Видим представителей Фантастик, которые находятся недалеко от 20-го сквада Invincible. Как раз-таки там у них был файт. Недалеко и нокнули одного представителя. One Man Squad. Но сейчас, смотрите, идет прострел по представителям, которые сейчас перебегают поближе к своим ребятам. Но пока что безуспешно, потому что, по всей видимости, ганы не очень-то и хорошие сейчас. Да, потому что и кемпы не очень-то прибыльные. Ула у нас смещается на дорогу, пытается найти транспорт. Маэстро у нас вообще просто в одной маске бегает, загорает спортом, занимается по горам. Грейвьярды, если я не ошибаюсь. Тем временем у нас показывают, как стрелок смещается со своим сокомандником из команды Invincible, которые направляются в сторону... Там уже и не видно было. Да, как раз сейчас видим то, что Нова схлестнулись с ребятами из коллектива Олимп, также Hidden Force с ребятами из коллектива SOA, если не ошибаюсь. Да, это как раз таки они. SOA с Hidden Force сейчас у нас на экранах появляются. Так, показывают представители пятой команды Hidden Force Каранге, который в Монтунуево совсем рядом. У них представители команды 15 Сикарио. Представители 15 команды это Team SOA. Да. Он берет автобус и уезжает. Он один, я так понимаю, и поэтому нет смысла сейчас драться с ними. Отвоевывает данную территорию, он будет смещаться куда-то в более такие маленькие кемпы и долутывать необходимый эквипмент. СО уже потеряли Тулкунова, видим нок от УМСа по Хасанову. Хасанова и сразу же добирает, не оставляет даже поползать немножечко. Тем временем на горизонте также появляются ребята из коллектива о One Man Squad, с которыми сейчас воюют ребята вдвоем. One Man Squad, M1 сейчас показывают у нас на экране, недалеко от представителей 15-й команды. Они будут смещаться назад, потому что не хотят ввязываться в данный файт. Да, все верно. Сейчас сядут в басик и просто будут мотать. Знали бы они то, что сейчас ребята из коллектива SO находятся вдвоем там, наверное бы как раз таки поехали бы рашить, но. Там вот просто так. Физически у Team SO лучшая позиция. Поэтому там большой ангар, плюс Сикарио на горе, который собрал информацию. Да, там не выжить было. Это самое лучшее, вернее, решение от One Man Squad, который ротируется в сторону Олимп. Церкви. А Азазель только что дает ног по представителю Нова. Еще один ног по представителю Нова. Legendary у нас очень сильно зажимает. Тем временем раскидываются дымы. Legendary пытается крутить правее за боксом. Он будет по... контейнером сжиматься чуть ближе. И ему ответный нок идет от Формана. Тем временем самокат начинает поднимать сразу же instantly Legendary. Да, сразу же своего товарища. А тем временем Азазель собирает информацию по расположению игроков, которые сейчас располагаются в конюшне. Да, как раз сейчас со спины. Супернова. У нас очень равный файт там происходит между команды Супернова и... У нас на экран как раз таки Гранатодёр Angry сейчас появляется. И схватка между Азазелем. Азазель побеждает в этой ситуации. Да сразу же дает ног. Идет хилиться в этой ситуации. Сразу же Foreman поддерживает своего товарища. Нужно поднимать. Но нет. Ребята шугает Азазеля. Но пока что безрезультатно. Очень близко сейчас находится представитель команды Супернова от Азазеля. Сразу же Азазель выходит сбоку, пытается нашить дым, но не вышло. Супернова команда пытается ротироваться как-то между зданиями. По-моему, они остаются вообще 1-3. UHS дает ног по Team Олимп, если я не ошибаюсь. Да, Нова уже остались вдвоем. Один уже на коленках. Последний представитель коллектива Нова сейчас на лоу хп держится. Пока сейчас будет спиновый прострел. Самокат! Пытался, хороший у него шанс был, он ушел обратно. Сейчас пол хп, UHS или самокат. Кто же выйдет в данный
схватки победителем, но UHS, по-моему, у него нету хилов, так как он не лечит бинтами, видимо. Бинтами. Да, да, самокат да. уже тем временем полностью отличился, но... Нужно уже выходить в этой ситуации, надо идти на раш, вы, ребята, вы вдвоем, сейчас уже втроем в боевом состоянии, можете закрыть, ребята. Ребят. Самокату нельзя торопиться, потому что он стоит как раз-таки за той стеной. У нас идет раш, сразу же UHS дает ног Сюзика и сразу же пытается второго. Ног! Он двоих сейчас просто ложит на коленки, пытается прострелить по дому, тем временем... Представитель... Азазель, последний остался из коллектива Олимп, который сейчас на ногах, может перевернуть ситуацию, или же как раз-таки UHS победит у нас в этой локальной схватке. Уже имеется один ПТС у ребят из коллектива Нова, но сейчас Азазель решил поднять своего товарища самоката, и мы видим то, что у как раз-таки UHS имеется всего лишь 4 бинта, которыми он сейчас пользуется, и 2 буста всего лишь, к сожалению. Патовая ситуация, надо было уже дожимать даже с такими ХП, потому что он уже поднял своего тиммейта, одного тем временем Азазель дает фланг. И я думаю, сейчас... Уже третий, еще раз. Что? Азазеля сразу же добирает. Он все нервы им вымотал. Да. Самокат, по-моему, сейчас поднимет своего тиммейта, если не ошибаюсь, если его не доели. Или они остались один на один? По-моему, они остались один на один, если я не ошибаюсь. Потому что, да, Датёк как раз-таки тот самый предпоследний игрок из коллектива Олимп. Да. Кто же? UHS, если честно, твои намерения должны сейчас просто оправдать себя. И ближний спрей с коллиматора, он справился. Один на три. Один против троих просто грамотно отыграл. Очень жестко. Мало того, что он поперенокал, там их поднимали, так еще он заново данное сделал. Это было очень круто в Puerto Paraíso, но ему сейчас нужно искать хилы, ибо зона его уже настигла. Да. А хилы у всех, по-моему, там покончились просто. Боже мой, что мы только что видели? Это был клатч просто минус 3 на конюшне. Это великолепно. Тем временем СОА у нас появляется у нас на экранах. Тем временем килчат архитектура Шаха у нас делает ног. Да, сразу уже получает обратно от коллектива Кин Джуниор. Сейчас дает по Шахе также ног. Да, хотелось бы видеть то, что там происходит, но пока что мы наблюдаем за командой номер 20 Invincible, которая поднимается вслед за 14-м сквадом, представителями Legendary Reds. Видимо, они пытаются их настигнуть, но у них красная зона, и смотри, что происходит. Они сразу же дают обратную, так сказать, ходку, лишь бы не взорваться, не потерять. Тем временем Дин у нас на экранах, уже имеется один ног у ребят из коллектива Кин, плохая хаешка. Он почти повторил судьбу Angry, да. Но выжил. Динозавр тем временем у нас лечится и пьет энергетики. Очень близкие файты у нас с Кином. На Чумакера как раз таки ребята расположились. 4-4. Очень идет прострел от архитектуры. Сразу же Кин Джуниор нокается. Также Блейз нокается. Еще Джуниор добирается гранатой. В ответ на со стороны Кина в сторону Шахи. Блейз также добирается как раз. И ребята из коллектива Кин у нас покидает нас на 15-й строчке на карте мира. Там немножечко как-то Кин переволновались, потому что Джуниор сам себя взорвал. Да? Да, сначала динозавр чуть сам себя не взорвал, так еще и Джуниор сам себя подорвал. Тем временем, Вонмен Склад получает свинцовый дождь от ребят из коллектива Фортемп. Один ног уже пам-парам-пам у нас на коленках. Очень смешно звучит на самом деле. Но опрокидываются хаешки для того, чтобы либо добить, либо как раз-таки сделать еще один нокдаун. Но тут сразу Зила получает как раз-таки прострелом от МКУАН дает хороший как раз таки прострел. Тут же поднимает своего тиммейта, ребят из коллектива Фортемп, и закрывает ребят из коллектива Вонмен Сквад, которые играли втроем в этой ситуации и которые остались как раз таки после начала уже втроем. Казалось бы, как они их закидывали гранатами, все рикошетило за забор. Да, это да. Было красиво все равно. Но Фортемп все-таки справились с давлением. И тем временем Один встречается с ребятами из коллектива GTS. И сразу же делают два нога, забирает уже одного. Винди у нас покидает. Да, как Тим раз. Одли сейчас у нас воюет за Сан-Мартин. Сразу же выходит добивать своих оппонентов из GTX Спартакуса. И мне интересно, где последние представители из коллектива GTX? Они в последнее время играют только втроем. Там показано было, они были внутри Сан-Мартина, который сейчас за зоной. Ой-ой-ой-ой-ой.
Да, не успели, видимо, они как-то друг к другу ближе ротироваться, поэтому приходится GTX FASA, видите, да, сверху да, объезжает да. просто... Они еще вдвоем остались. А, в этот раз они зашли вчетвером, молодцы. Но сейчас нужно же играть на плейсмент, добирать как раз-таки нокнутых другими игроками. Тем временем оппонентов. У нас Асил недалеко проезжает от 22-го сквада, возможно, сейчас будет встреча у нас. Айден Форс у нас занимает Монтану Ева. Архитектура также почти, они, по-моему, только вышли с Чумацеры, но у них по пятам идут Фортемп. Тим Со, как были недалеко от Ладриэля, так и остались там. Так, есть. Пока что мы будем смотреть перемещение в зону. 22-е у нас, мистер Пропер на экранах сейчас. Хотелось, кстати, поблагодарить в чате человека под ником Канасаки Хатаки. Человеку очень понравилось, как мы освещаем для вас матч. Комментатор и топ. Он написал: большая благодарность тебе и всем тем, кому нравится наша трансляция. Прожимаем лайки, сейчас будет жарко. Да, спасибо, спасибо. На самом деле, ребята, тем временем мы видим то, что архитектура сейчас сталкивается с ребятами из коллектива Sparta Crew. И как очень жесткая граната была, но она не задела его. Фаха, по-моему, сейчас просто лег лечиться. Немножко перекинул. Скорпион дает ног как раз таки по Фахе, который остался на лоу хп. И сейчас уже ребята уже идут, играют на ландшафт, идут на раш. Разогревается хаешка от динозавра в сторону ребят из коллектива Спарты. И сейчас две хаешки разогреты. Ой-ой-ой! Хорошая, очень-очень даже хорошая уже имеется. Два нока у ребят из коллектива Спарта Крю. Надо уже поджимать, ребята. Это была просто ювелирная трехочковая граната. Тем временем динозавр флангует у нас слева, видит соперника Mortal, под ником Immortal, сразу же нокает его. Динозавр и архитектура просто идут в раш и пытаются найти последнего тиммейта. Да, надо поднимать шаху, потому что это уже не первый и не второй его нок, он уже быстро-быстро течет, и да, смоки подкидываются. Молодцы, на самом деле, ребята, закрыли уже два сквада, имеют 8 ПТС у себя в копилочке. Арки сейчас. Арки очень жестко взялись просто за свою игру. Как в первом игровом дне, так и во втором. Вроде бы победа была не на их стороне. И сейчас 22-й встречается с ребятами из коллектива Фантастик. Кола у нас остается на лоу хп, но ребята поддерживают, сразу же добирают. И у нас как раз-таки Фантастик остался один игрок, по всей видимости, на ногах, который сейчас может как раз как-нибудь противостоять им, но нет. Герпес справился с давлением. 22-й очень-очень даже сильно играет. Молодцы, ребята, уже 4 пытаются. Очень-очень динамично у нас на самом деле мид-гейм сейчас происходит. Мало того, что вначале у нас показывал UHS Узика противостояние в Пуэрто Параиса. Тем временем у нас и архитектура столкнулись с 22-м сквадом тоже вместе и закрыли по скваду. Тем временем у нас показывает Continental Gaming Foxy, который лежит за забором и видит представителей команды номер 7 GTX, которые остались вдвоем. Да, которые как раз на перестрелках потеряли своих товарищей и... Вот так вот все и вышло. Но, спешу подметить, по-моему, они вообще все не в зоне, есть край, но он сжимается лишь только на ангар, который будут занимать команда номер 10. Да, они вылазят недалеко с ангара, это представители команды Oddly Team. Oddly Team, да. Oddly Team, они занимают данный отрезок карты. Нет, они уезжают отсюда, посмотрите, сейчас GTX будут занимать как раз-таки тот самый ангар, который находится прямо под ними на лоу-граунде. Видим то, что сейчас ребята из коллектива OD остановились немножечко. GTX, почему взял коряк? Почему? Ну, может быть, очень хорошо с него стреляет. Был шанс сейчас выбить одного из представителя команды, которая уехала на гору, но не увенчалась успехом. Континенталь тем временем ждет своих товарищей, которые перейдут ближе, войдут, так сказать, в зону, чтобы прикрыть их. И он смотрит, наблюдает и собирает информацию про расположение ребят из коллектива GTX. Тем временем Шрам у нас видит двух представителей из коллектива Oddly Team и получает прямо в бок от ребят из коллектива Континенталь. Также видим то, что Континенталь дает ног по ребятам из коллектива GTX. Шрам у нас на коленке падает. Также один из представителей Континенталь упал. Мы видим... Шрам был добит. Шрама доели сразу же с горы. Эллиан очень неплохо прошил, поймал тайминг, когда представитель GTX Шрам целился в представителя Oddly Team, но слишком нагло он стоял в открытой позиции, поэтому Эллиан его поймал очень коварным планом. Да, у Континенталя имеется два нока, один из которых был из-за того, что один из представителей упал с горы, и сейчас идет зажим от Juicy. Juicy World.
Уолл, да, делает неплохой зажим, но ребята находятся на, за укрытием. И сейчас Элиан будет прикрывать своих товарищей. Почти всех подняли. Остался один, так только что их подняли. И видит Фасу сейчас, который где текстуры как раз таки не прорисовывается. Хороший, хороший тап от как раз таки Элиан. Они забирают последнего представителя из коллектива GTX. Да, так случилось, поэтому они вдвоем были, и это было тяжело просто. Тем временем у нас видим, как Ален нашивает у нас по лежачему игроку Одли Тим Омфест, если я не ошибаюсь, и Фокси также помогает с топовой М-ки. Представители Continental Gaming, позиция это лучше, но они дальше от зоны, они сейчас очень много теряют времени, тем временем по Элиону сразу же в ответ залетает от Одли Тим, он сразу же поменял позицию, Рамс сейчас куда-то вообще непонятно стреляет. Да, да, да. Ну, Одли Тим будут стягиваться просто в зону, они будут забегать, а представители Continental Gaming... Нужно что-то решать. Нужно что-то решать. У них, по-моему, вообще там некоторые транспорты взорваны, либо прострелены колеса. Я не знаю, как они будут заходить в новую зону, но... У них, тем более, больше километра надо двигаться для того, чтобы зайти в зону, и это очень-очень больно для ребят. Что и Одли Тим в патовой ситуации, что и Continental Gaming, если они окажутся без транспорта. Да, все верно, все верно. Тем временем 22-й уже залетает с ноги прям в зону, рядом прямо с ними сейчас находятся ребята из коллектива Архитектура. И сейчас видит Пропера, зажим от Шахи, прострел идет. Да, как раз Кеквалазер поддерживает своего товарища, сразу же ног для Пропера. Тут же идет добивание, Тапок идет на поддержку, сзади еще показывает. Тапок также падает на коленки, как больно в этой ситуации. Ребята из 22-го сейчас получают прострел от Эквалайзера по ребятам из коллектива 22-й сквад. И сейчас, возможно, будет какой-то еще очередной ног от представителей как раз-таки Архитектуры. Добирается Пропер у нас. Также по ползающему Тапку тоже был небольшой прострел, но пока что ничего. Архитектура пока не решается идти в раш. Они лишь видят нокнутых, пытаются прострелить по пикселям, которые торчат из лоу-граунда, но Архитектура Эквалайзер дает слева фланг, чтобы, так сказать, доесть тех, кого не убили. Денджер у нас выцеливает одного представителя Архитектуры, видит сейчас голову, которая была недалеко от машины. Был шанс нокнуть динозавра, но не удалось. Тем временем Архитектура Эквалайзер все ближе и ближе подходит к команде сквад, 22-й сквад, и сейчас будет закрываться, я думаю, данная команда. Да, Скорпион также добрал Тапка, который только что был на коленках, и да, уже зарабатывает еще плюс 2 ПТС к себе, и Герпес у нас на экранах появляется. Шаха обходит по правому флангу от Герпеса и идет прострел по представителю 22-й команды. Тут же выходит в open field, сразу же получает на лохоп, и остается перед ними целая команда Архитектуры. Сразу же нокует, Шаха пытается сразу же его доесть. Тем временем они будут пытаться найти последнего представителя команды 22-го сквада Денджера, который знает, укрылся за забором. Заряжается граната от Шахи, но его нокает, по-моему, человек под ником Скорпион. С упора, с СКСа. Да уж, это уровень Архитектуры очень сильно в группе Б. Что они творят? Ребята, остановитесь, дайте другим командам тоже заработать ПТСики. Ребята уже 12 ПТС заработали себе в команду. Очень-очень жарко играют ребята. И смотри, они не теряют никого. Они доживают до последней зоны как минимум вчетвером, как минимум. Да, они мало того, что размениваются очень грамотно, так да. Еще и поднимают своих тиммейтов в тот момент, когда и, казалось бы, все плохо. Тем временем Архитектура сейчас увидит 13-й сквад, который будет заезжать, возможно, на них. И ой-ой-ой, как Continental Gaming может не поздоровиться. Так, посмотрим на нижнюю часть. У нас, кстати, герой, так сказать, начального Мирамара, у нас UHS, который сделал Судика киллы, сейчас с нижней зоны будет заходить в спину к Фортемп, но он далеко пока сейчас. Отлетим у нас, бегут за зоной, я же говорил, у них нет никакого транспорта, им просто нужно двигаться в зону, даже бежать, как-то выживать. Тем временем показывают у нас представители динозавр, нокает у нас сразу же Фокси, который заехал в зону. Тут же, наверное, со спины будут ребята прикрывать. Экшен, где вы, Элиан? Континенталь пытался у нас динозавра зацепить, но не вышло. Динозавр прячется за камнем, сейчас будет сразу же доедать Фокси. Тем временем Скорпион у нас нокает Экшена. И
Сразу же Рамза! У нас 3 нока! И Фокси тоже добивается от рук динозавра. Остается последний представитель Элиан, который сейчас старается жить каким-то образом. Скорпион закрывает полностью ребят из коллектива Континентали. Они отправляются на 9-ю строчку. Да, архитектура очень... Да, я уже устал даже говорить про этих парней, но они показывают огромный уровень. Прям молодцы. Уже 16. ПТС, смотри, только что они разобрали один склад. Тут же сразу же второй. Они просто 1/4 команд выбивают вообще. Да. 25% команд из данного отрезка они отправляют в лобби. Давай сейчас посмотрим как раз таки, кто может выбиться из группы А. У нас сейчас играет группа Б. В скором времени начнется группа А. И мы узнаем, кто может стать главным соперником для ребят из коллектива Архитектура. Джизи у нас тем временем замечает Hidden Force, которые заняли гору. Он, по-моему, да, он с пол... Отлетим все живы, но пока что у них ситуация не из лучших. Они сейчас находятся на краю зоны, им нужно как-то будет подниматься к своим парням. We Go Hard сейчас заняли уже зону краевую. Juicy World видит какое-то перемещение, по-моему, архитектуры, которое было недалеко под горкой. Сейчас Джизи направляется к своим тиммейтам, с DM Fest'ом, и посмотрим, как же Odlitim проявит себя в данном отрезке. Посмотри, архитектура, как они грамотно выполняют ротации, очень-очень даже хорошо. Они вовремя сейчас там, где надо, всегда. Да, молодцы, чувствуют тайминги, чувствуют игру, как все это вообще происходит. Odlitim тем временем контролит ребята из коллектива Hidden Force, также на горизонте появляются ребята Invisible, и сейчас уже зона поджимает, надо уже двигаться в зону. Тем временем архитектура замечает одного из представителей Hidden Force, Ислам сейчас ложится за импровизированной такой тачкой, которая вообще там... Да, за муляж, и пытается выжить за ним, но эквалайзер отпускает его и бежит дальше в зону. Правильно, лучше зона, чем килл, все верно, и не подставить своих тиммейтов, но он все равно видит, он бежит боком. Динозавр дает ног по одному из представителей Hidden Force как раз. Сейчас, по-моему, Ислама настигнут. Тем временем We Go Hard у нас дает ног видит, по динозавру. Вмешиваются у нас Odlitim в данный файт. Сразу же хотел добрать размен. Но ребята поддержали, прикрыли своего товарища. Тут же эквалайзер будет поднимен с шахой. И динозавра собирает ребята из коллектива OD сейчас в этой ситуации. Hidden Force фат патовая ситуация, не за зоной. Там и ноки есть при этом. Либо лечится. Ислам, по-моему, за муляжом до сих пор лежит. Тем временем Скорпион у нас нокает We Go Hard из представителей команды Team Odli. Пытаются вокруг просмотреть данную отрезок карты, чтобы не поджался другой сквад. Сейчас же будет упорный файт между Скорпионом и Джизи. Кто же кого? Да, само Скорпион собой, вообще само без собой. Шанса, просто бреет. Джизи видит противника чуть выше, ложится. И представитель DMF сбоку выходит на размен. Еще он второй еще... ногу, ребята, из коллектива OD сейчас в этой ситуации. У эквалайзер в ноке. Скорпион сейчас на ногах. И также шаха сейчас дотекает. И у нас... Juicy World у нас остался один против двоих. Скорпион вытащит или нет данную ситуацию? Да, само собой вытащит и также поднимет своего товарища по команде. Но сейчас арки получили 21 ПТС за киллпоинты. Но спешу подметить, они остались вдвоем, они наполучали вообще не только от Team Odli, так еще и там сбоку поддерживали Hidden Force, закрывали их. Да, им как-то вообще без разницы. Они уже заняли 5 именно. Топов, ребята, уже хватит, перестаньте. Тем временем Соа встречается с ребятами из коллектива. Немножечко не видно сейчас. Это 14-й коллектив. Давайте посмотрим, кто это. Legendary Red сейчас у нас встречается с ребятами из коллектива. Соа дается ног по Эзио. Сейчас сразу же ребята рашат. Legendary Red также имеется 2 нока на коллектив. И сейчас один человек на ногах против двоих. А ребята будут... Терми, наверное, будут поднимать своего товарища. Но нет, ребята, решили закрыть полностью, точнее, доесть киллы, которые, нокдауны, которые вообще имеются у них в здании. Да, уже закрывает двух ребят из коллектива Legendary Rats, и надо уже поднимать своего товарища, потому что он уже дотекает. Последний представитель из команды Legendary Rats, Daredevil. Если я правильно это прочел, Daredevil, да. Ну, можно и просто как-то Daredevil. Тем временем он пытается уйти и спускается ниже, хочет убежать от представителей команды Team SOA.
архитектура также прижимается к ребятам, они просто убегают, убегают от архитектуры, но нет, от Скорпиона не спрячешься. Они просто решили сыграть на данной карте Мирамар с максимальным количеством киллов на турнире. Да. По-моему, пока что это рекорд, тем временем Team Soul у нас пытается как-то паркурить через окна, но что-то как-то все пошло не по плану. Немножко не получается, да. Есть, имеется очень много лута, потому что собрали ребята урожай, да, так сказать. Скорпион у нас видит представителя Invincible стрелка, который сейчас зажимает с СКС-ки. Было неплохо, неплохой шанс был, но тем временем он его не настиг. Видит Зилу, который находится на втором этаже, представитель команды 19 Fortem, которые живут и пытаются. Они заняли, кстати, край зоны, и Fortem сейчас более комфорте, но представители команды Архитектуры сейчас берут джип и будут искать просто Invincible и в упорных файтах пытаться развалить всех, кого они видят. Видят перемещение. Все, перемещается, и зажим от Скорпиона не очень-то их, ну, безуспешный, да, я бы так сказал. Тем Су опрокидывает наперед молотов, а надо было хаешку, ребята, хаешку в этой случае использовать. Тем временем Архитектура занимает один, а Скорпион только один сейчас поднимается на хайграунд с ребятами с коллектива СО. Трое против одного сейчас, возможно, будет решаться судьба как раз-таки Скорпиона, и Эквалайзер у нас останется один. Арка, по-моему, очень сильно сейчас зажали со всех сторон. Да, по Скорпиону дается нок от Fortem, который находится за дорогой. Очень сильно сейчас попали в отрезок центровой карты команда Архитектуры и теряют теперь, по-моему, Скорпиона. Однозначно они его потеряют. Да. Остается один представитель Архитектуры, который будет пытаться еще сделать какие-то... Смотри, Fortem добирает килл от ног, который сделал соло для Скорпиона. Fortem просто с коряком добирает. Не, по-моему, Fortem как раз таки его нокнули, но его и добили. Да, я помню этот отрезок. Тем временем Интервью у нас пытается, он нокнул Годзиллу, который находился за дорогой в кемпе. У нас представители Team SOA сейчас будут наблюдать, как многие будут заходить через дорогу в зону. Ох, какая зона для Team SOA. Эквалайзер просто остается за зоной, на перехил, да, правильно делает в этой ситуации. И сейчас нужно уже спускаться на лоу-граунд с высокого такого хай-граунда. Ребята контролят полностью дорогу. Ребята из коллектива как раз-таки Fortem. И сейчас Соло будут играть против ребят из коллектива Fortem. Если Fortem сейчас возьмут топ-1, учитывая даже, что их четверо, я похлопаю, потому что Team Соло сейчас в такой позиции. Они просто могут их позакрывать. Да. Но посмотрим. Тем временем у нас эквалайзер живет. Ты посмотри, он за зоной. Сколько там он аптечек Мелится. Используется? У него было 6 аптечек. И сейчас мы видим, как он хочет как-либо насолить ребятам из коллектива СОО. Видимо, закончились аптечки. И он нас покидает. Арки выбывает. Занимает у нас 3-е место. Но при этом они, по-моему, сделали около 21 килла. Больше 20 киллов. Да. Тем временем у нас Fortem пытаются выйти за заборов на дорогу. Кто next у нас целится с коряка, пытался дать нок, сразу же по нему прострел сверху от Team SOA. Он сейчас будет лечиться. И Xilla тоже неплохо получил. Им надо как-то по правому флангу флангануть под гору. И тогда у них появится шанс. Но если они побегут посередине, это все кончится безуспешно. Тем временем Сикарио у нас откидывает дымы. Зачем? Они же в зоне. Зачем? Они просто могут их закрывать. Да, на самом деле. Они сами себе портят обзор. Я не буду. Видимо, им это виднее. Видимо, тактика какая-то. Им виднее. Тактика какая-либо. И сейчас ребята из коллектива Fortem уже перебегают поближе к ребятам из коллектива SOA. И сейчас у нас битва трое против четверох. SOA хоть и втроем, но находится в хорошем хайграунде. Fortem сейчас полным составом поднимается. И так ты не будешь ли ты вообще наказан? Сейчас потеряли свой шанс. И тем временем Fortem у нас заходит в упор на представителя команды Team SOA. Терби дает нок по кто next. Терби сразу же два нока. Позили Годзилла нокает Терби. Сикарио прикрывает, но СОА побеждает в этой ситуации. Да, были ребята из коллектива. Ой, извините, Fortem побеждает. Да. Fortem, серьезно? Я не заметил. Потому что они упустили свой шанс. Когда Fortem перебегали дорогу, им нужно было закрывать, а не подпускать их. Поэтому, к сожалению, это была ошибка. Я думал, уже все, СОА просто прикрывает друг друга, пошли на размен, уже имеется три нога у ребят. Они были втроем, им было тяжело. Ой-ой-ой-ой. Посмотрите, какой у нас исход событий вообще случился здесь. Третья карта Мирамар показала очень...
подозрительную динамичность, да, я бы так сказал, а не размеренность именно. Да, очень много чего было именно на этой карте. Что в начале, что в середине, что в конце. Это действительно, наверное, я думаю, один из самых красивых миромаров, который нам предоставилось прокомментировать. Да, как раз и нам не показали последние смерти из коллектива Nova UHS, который минус 3 сделал на конюшне прямо на начале. Это было великолепно также. Так, пишем, у нас 4M берут свой первый winner-winner chicken dinner в группе полуфинала. Да, да, конечно же. Но я даже думаю, то, что даже в этой ситуации по чисто киллпоинтам и плейсменту архитектура ты заметил, я говорил про 4M, которые должны собраться и проявить себя. Что сейчас произошло? Да, да. Ребята как раз таки хорошо выбивались из группы и сейчас показывают, на что вообще способны. Также очень жалко ребят из коллектива Invisible, которые, когда выходили именно из группы, они играли очень-очень даже агрессивно, но сейчас что-то идет у ребят не так. Потому, потому что давление, команда намного сильнее пытается аккуратничать, но я... сказал, если у вас агрессивный стиль, работайте именно по такому стилю, и будет у вас успех. Если вы начнете зажиматься, то это не ваша игра, вот и все. Да, на самом деле. Также и с ребятами GTX, которые хорошо прям играли, агрессивно показывали на группах, но вот на полуфинале вот такая вот заминочка вышла. Да, и пока у нас есть какое-либо маленькое количество времени, уже осталось совсем чуть-чуть, хотел бы напомнить про наших организаторов. Это MITC совместно с IT-парком и, конечно же, Revotech и киберспортивная организация ArcRed, да. И еще наш главный спонсор — это Адреналин. Ребят, смотрите на стрим, не пропускайте ничего. Следующая карта у нас Эрангель. Это уже точно, да. И это последняя карта группы Б. Не переключайтесь, ставьте лайки, пишите, за кого вы болеете и какие, возможно, пожелания комментаторам. Возможно, мы озвучим это в эфире. Может быть, вы хотите кому-то передать привет. До встречи.
Очень-очень быстро у нас проходят именно карты, и это радует. На самом деле мы не успеваем даже отдышаться, как у нас уже сразу следующая карта. И сегодня последняя карта для группы Б, заключающая как раз-таки на полуфинале. И посмотрим, как ребята покажут себя как раз-таки на Эрангеле. Напоминаю то, что сейчас у нас в студии с вами я, Рустам Авдони, и Кирилл, также известный как Терри в комьюнити именно стимовского пабга. На самом деле у нас сегодня без заминок, мы очень быстро пытаемся осветить матчи для вас, если не заметили, что у нас почти нету перерывов между... Да. Как только лобби создается, мы сразу же стартуем игру, и это удобнее игрокам, и нам, мы быстрее проведем и осветим для вас эти прекраснейшие матчи. Да-да, само собой. Все происходит очень динамично, так же, как и у ребят, которые сейчас будут играть, так же и у нас, конечно же. У нас есть небольшое время, хотел бы напомнить про наших организаторов. Это MIT, как раз таки переводится как Министерство по развитию информационных технологий в Узбекистане, а также IT-парк совместно с RevoTech и киберспортивной организацией ArcRed. И наш главный спонсор — это Адреналин. Ребята, оставайтесь у нас на связи, будьте всегда у нас в чате, пишите, болейте за свои команды, топите, еще раз топите, ребят. Спасибо всем, кто поддерживает весь наш коллектив ArcRed. Мы видим, читаем это, нам очень-очень приятно. И когда мы видим это, нам хочется также дальше двигаться, дальше именно идти вперед, прорваться. Да, огромное спасибо вам за фидбэк в чатике. Вижу, что очень многие болеют за своих команды, за даже комментаторов. Вижу, вот Птаха болеет за Соу, комментатор топ. Спасибо большое вам. Спасибо. Если бы не ваши слова, возможно, у нас не было данной мотивации освещать эти прекраснейшие матчи с более эмоциональным тоном. Да, это само собой. Большая благодарность за такие вот поддержки как раз таки иметь. И хотел бы еще спросить у ребят как раз таки, как вы думаете, кто будет вообще фаворитом? Ну, кто победит именно в этих... Ну, я думаю... Давайте топ-4 от наших комментаторов, которые могут быть. Вот пишут уже Темпо, говорят, уже могут победить. Давайте... Там Темпо очень сильно сегодня тоже будут приближаться. Если честно, там большой спор. Потому что это 8 карт, а очень много шансов есть у команд. Тем временем у нас последняя карта группы Б, 8-я карта. Ребята сейчас будут до конца просто сражаться за топ-4, чтобы выйти в финальную часть и показать, кто они есть. Видим, у нас разлет в 4-темп, у нас занимают камешки сразу же. Видимо, по безопасной, так сказать, этой зоне они будут лутаться и занимать себе новые участки зон. Да. Так. Да, видим то, что арки сейчас уже занимает рожок. Hidden Force как раз таки у нас на экранах появляется на ясной поляне. Сделали, думаю, хороший был выбор именно занять огромный большой город, чтобы залутаться. Hidden Force, по-моему, у нас вообще одни в ясной поляне, если не ошибаюсь. Одни. На радаре не видно никого, они будут лутаться очень долго. Тем временем Wallman Squad дает ног по архитектуре, ответный ног для Wallman Squad, а сразу же Кимпач отправляется в лобби от Динозавра. Динозавр вообще, по-моему, слишком быстро все это сделал. Да. Где же у нас происходит данный файт сейчас? Это на рожке сейчас Астеры, это все происходит. Надеюсь, переключат данный момент, потому что тут идет лишь лутинг. Ох, там еще ОМС, сразу же и динозавра, панда нокает. Пожалуйста, кастеры, спасибо большое. Да, спасибо. И видим то, что эквалайзер у нас также находится в ноке. Сейчас Скорпион обходит по левому флангу. О, One Man Squad также имеет один нок. И трое на ногах сейчас у ребят из коллектива One Man Squad. Так, краски дают хороший прострел по ребятам из коллектива One Man Squad. Скорпион сейчас с Юмпиком. Юмп 45 будут использовать, чтобы добить. Так, как раз-таки М-Квана отправляет на следующую игру. Сразу же пам-парам-пам тоже получает. Эквалайзер в ноке лежит сейчас очень рядом. Один панда остается сейчас на ногах. И даже по ним сейчас ребята... Краски, наверное, и будут работать. Тем временем видим то, что Кин встречается с ребятами из коллектива. Нет, это Invisible встречается с Only Squad. И Invisible покидает... BMO покидает нас на этом. Стрелок также забирает Juicy. Но встречается с ребятами из коллектива Кин.
Сейчас вообще жесткая мясня в самом начале на всех отрезках карта пошла. Скорпион заходит с юмпиком, чтобы его нокнуть, но панду просто окружил. Панду просто. Шаха вокруг и расстрелял. Дардевил у нас тем временем из Legendary Red смещается со своим сокомандником в новую зону. Видимо, многие сейчас стали просто именно больше рисковать, либо портить друг другу игру, чтобы некоторые команды не прошли дальше. Да, да, да. Дино покидает нас. Очень ключевой игрок из коллектива архитектура, но, к сожалению, да. Олимпы, видим то, что уже имеется одна потеря, находится в починках, и рядом находится сразу несколько коллективов. Это как раз-таки ребята под номером 12, это Супернова. Также под номером 18, это ребята из коллектива Team Олимп сейчас. И, само собой, седьмая команда, это ребята из коллектива GTX. Сейчас находится очень-очень рядом с ребятами. Видим то, что Нова дает прострел также по 12-й команде. Также 12-я команда Супернова. Да, нет, как раз это Нова получила нок. Вот, ребят, по всей видимости, от коллектива 18. Олимп уже потеряли одного тиммейта Хасанова, видимо, в починках, когда был начальный файт. Тем временем, он, по-моему, сейчас заметен на третьем этаже представителя GTX. Красавчик нокает тим Нова. О май гадабл. Шрам у нас на крыше посередине починок будет наблюдать за командой очень, номер 12. Очень опасно находится как раз-таки Шрам у нас. Сейчас у Олимпа есть хороший обзор на Шрама, но тут же идет нок по красавчику, который сейчас Нова рашит, ребят, из коллектива Кин. Сразу делается два нока, и сейчас есть возможность зарашить их полностью и забрать весь сквад. Тем временем Самокат сейчас видел двух соперников из команды GTX, которые крутят во враг. Фаса заряжает гранатку по Самокату. Возможно, сейчас будет у нас нок. Хорошая хаешка, и посмотрим, да, прямо рядом с ним. Ой, как больно было, зато дверь открыли, это хорошо. Выкурили. Самокат успел выйти, сейчас ребята будут поднимать своего товарища. Тем временем Angry добивает как раз-таки Блейза, также забирает Кин Джуниор, и Кин у нас закрывается у нас, ребята, из коллектива Кин на починках. Сейчас уже Гранта залетает от GTX прям в хату к Олимпам, два нока имеется в этом доме, сейчас прострел по смокам, не знаю, где находится как раз-таки байкерка, сразу же забирает свою добычу, да, тем временем у нас GTX зарабатывают уже 2 ПТС к себе в копилочку. Молодцы, ребята, так держать, давайте. Просто наращивают весь темп, который могли, но они до этого как-то вроде в починках не падали. Они просто хотят все или ничего, и это верное решение, надо драться до конца. Олимп, тем самым у нас Legendary появляется на экранах, чекает, собирает информацию про расположение ребят из коллектива GTX. Рядом еще находится ребят из коллектива Нова, извините, Шрам контролит как раз-таки Legendary из коллектива Олимп, последний представитель которого остался, и сейчас нужно закрывать ребят. Кинг, к сожалению, у нас покидает нас на починках, отправляется на 15-ю строчку на карту Эрангель, и будем наблюдать, что вообще будет происходить. Скорее всего, сейчас все-таки GTX дожмут у нас представители команды номер 18, это... Олимп. Legendary у нас сейчас на крыше. Пытается собрать информацию, но тем временем команда номер 12, Супернова, сейчас как-то поджимается ближе к GTX. И, возможно, у нас сейчас будет невероятный файт, который может произойти на дороге, когда будет перебежка. Тем временем есть прострел по Супернова Angry, который сейчас находится за стеной. Ложится у нас под забор, и идет прострел от GTX по Angry, который в той самой катке кинул неимоверно красивую гранату и взорвал себя. Ну, к сожалению, как раз таки. GTX также умеет обращаться с хаешками очень-очень даже хорошо. Мы это только что видели. Тот самый UHS, который на прошлой катке сделал минус 3 и закрыл целый сквад, у нас появляется на экранах, контролит как раз таки Windy сейчас, который находится на балконе на маленьком двухэтажном доме. И греет хаешку UHS. Сейчас греет хаешку, но, видимо, отпускает. И Windy сейчас будет отходить, дабы не попасться под обстрел хаешками. Тут же видит голову, сразу же идет прострел. Тут же ребята поддерживают его, находясь на хайграунде. Сбоку прилетело по Винде от представителя команды номер 12. Он занимает другую комнату, чтобы вылечиться. Но как бы не было, чтобы его сейчас нокнули. Сразу же заряжается дым. Зачем? Дабы закрыть именно обзор от UHS. Видим то, что ребята из коллектива Нова также получают нок. По всей видимости, как раз таки ребята из коллектива под номером 18. Это Олимп, последний представитель, поработал над как раз таки форменом. Тем временем Супернова у нас сейчас уже решается подойти все ближе к GTX и видит, что за круглой железякой
по-моему, он понимает, что находится соперник из команды GTX. Новый USS идет, поднимает своего тиммейта Foreman, который находится на правой стороне починок. И у нас уже где-то была сейчас красная зона. Но у нас очень большая динамика сейчас происходит в починках. Но, наверное, тем не менее, другие команды уже занимают свои зоны, чтобы отыграть на топ-плейсмент. Фаса у нас сейчас показывает на балконе. Недалеко от него Винди, который находится на втором этаже. И пытается нащупать второй этаж, где он стрелялся со своими соперниками. Да, хотел бы заметить то, что ребята стреляются очень-очень даже долго. Долгая перестрелка идет между коллективами. И сейчас всего лишь один представитель Team Olymp остается на ногах. Всех потерял. И нужно как-то выживать в этой ситуации. Как раз таки Nova сейчас полным составом против GTX. Также полным составом. Будем смотреть как раз таки бой, наблюдать за ними. Да уж, хотелось бы, чтобы это все побыстрее случилось, но пока что придется ждать контактов. Angry у нас закидывает что-то на второй этаж к Винде. Это, видимо, да, это дым был. Тем временем он пытается как-то, видимо, создать давление на Винде, чтобы он выпрыгнул с хаты и уже передвигался в сторону коллектива Нова, которые как раз-таки успели они потерять уже одного из своих представителей, последнего игрока, и GTX сейчас могут, в принципе, зарашить. Но ребята не спешат, зачем надо спешить, они уже находятся в зоне, и видим уже shift, скоро уже увидим shift как раз-таки следующей зоны. Очень и... много представителей сейчас, по-моему, едут в сторону центра к мосту, видят дроп у нас, по-моему, Со, Эцо и Тулкунов. Возможно, сейчас они будут его лутать. Тем временем Спарта недалеко. Кстати, у нас нокают Legendary, который был на крыше. Олимп. Тем временем Олимп выбывает в данной катке и занимает 14-й плейсмент. Представители Team Supernova сейчас будут драться за звание короля починок против команды GTX. Да, как раз Кинова изначально были в файте с ребятами из коллектива Олимп и добрали всех до конца. К сожалению, да, Олимпы покидает нас. Однозначно у нас зона будет смещаться на верхнюю сторону. Сейчас будет Сосновка перемещаться через мост. Возможно, Team SOA будет ловить очень многих представителей команд, которые выезжают с Сосновки. Видим, что команда номер 12, 22 Squad, сейчас занимает два ангара недалеко от воды. В центре зоны Спартакус показывает нас на экране, и Винди, который сейчас на балкончике, пытается собрать информацию по команде номер 12 в починках. Пока у них переглядки идут, лишь бы появился какой-то контакт или нок. Так, когда вот нам только что показали именно карту, я видел то, что ребята из коллектива Invisible, еще и Fantastic, а также ребята из коллектива Oddly Team находились на Сосновке краски. Им нужно было уже переплывать или переезжать через мост, но мост контролируется нашими ребятками из коллектива Team SOA. Тем временем у нас какая-то активность появляется на горизонте, подходит сзади к ребятам из коллектива GTX. И да, сейчас вот как раз-таки и начнется тот самый файт. Эко-лазер получает очень-очень даже сильно. И сейчас Скорпион падает на коленки очень-очень Шрам даже больно. Шрам нокает у нас эквалайзер. Тем временем у нас эквалайзер. А, это не эквалайзер нокнули, а Скорпиона. Тем временем эквалайзер у нас с Берилла пытался прострелить правый дом. Видит слева за забором соперника падает. Из команды номер 7 Шрама нокает сразу же. Добирает Фасы еще. Тоже сразу же добирает. Шаха тоже же сразу же доел Шрама. Фасу ложит на коленки. Тем временем Шаха видит с дальнего отрезка карты спорт. Как раз таки GTX, один из представителей, сейчас спрячется за машиной, но машину как раз таки взорвали, и он получил очень-очень даже сильно, сразу же выходит в open field, чтобы его добрали, он понимает, все, ребята, это архитектура, забыли. Уже 7 киллов имеется у ребят из коллектива архитектура, но тем временем сейчас Angry пытается как-нибудь подойти ближе к ребятам, и мы видим то, что GTX остались уже одни. Мне кажется, сейчас второй, 12-й склад начнут убегать, потому что появились архитектура и закрыли тот склад. То есть как-то, возможно, они будут, ребята, давайте на поинты, отойдем. Возможно, сейчас будет такой сценарий. Тем временем у нас Эцио доедает пропера, который был на коленках. Денджер дает ног по Сикарио из команды Team SOA. У нас очень много происходит файтов между 22-м сквадом и командой Team SOA на каком-то отрезке карты. По-моему, SOA сейчас выбывает, потому что очень много киллов было. Бастеры как-то схлестнулись в схватке с ребятами из коллектива SOA. Как раз-таки, возможно, это было недалеко от Бриджа, да?
Да, 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 как раз таки они и были недалеко у моста. Возможно, те, кто выезжал с Сосновки, попали, так сказать, под шквальный огонь, и этим и закончилось. Тем временем у нас показывают архитектуру шаха 777, а, две семерки. Подходит как-то он к будке. Вроде он, такое ощущение, он бежит в обратную сторону, так и есть, просто зачем? Видимо, да, он ищет сейв для тебя от красной зоны, все верно. Либо же будет сейчас залазить наверх и собирать информацию для шахи, точнее для эквалайзера, который будет действовать и разбирать команду номер 12 и оставшегося представителя команды JTX, который остался в боковом доме. Спартакус, если я не ошибаюсь. Да, последний был представитель из коллектива GTX, который остался вообще полностью. Тем временем видели то, что Фаха из коллектива Continental также дал на Фака мульто, которое мы не успели также заметить. Форман у нас на экранах контролирует ребят из коллектива архитектуры. Имеется какая-либо информация, но почему-то ребята, по всей видимости, не делятся им, потому что Angry сейчас, ну, контролирует не то место, я бы так сказал. Да, Супернова у нас пытается как-то вычислить ребят из архитектуры, но архитектура понимает, что они сейчас будут к ним подходить, это самое глупое решение будет. Они будут как можно максимум выжимать до конца по киллпоинтам, а возможно и по плейсменту, который они возьмут. Континенталь тем временем получили нок от ребят из коллектива 22, Тапок как раз таки нокнул Фокси. Да, у нас везде происходят файты. Арки у нас уже взяли 7 киллов на данной карте Рангель. Да, но потеряли уже двух представителей своей команды. И когда они тогда остались на Мирамаре вдвоем, им очень тяжело было уже, так сказать, сопротивостоять. Также Фантастик только что в килл-чате видели то, что получил нок от представителя коллектива 22-й сквад. Да, 22-й сквад очень много сейчас набирает в данной карте. Они как-то очень агрессивно себя повели. Вроде закрыли целый сквад, не помню название команды. Тем временем у нас... Нова дает ног по шахе, который сейчас... Форман как раз-таки дал ног по шахе. У нас сейчас представители архитектур в огромной опасности находится. Эквалайзер очень далеко от шахи, буквально... Да, там вообще открытое поле, и, возможно, они просто его не поднимут. Форман и его друзья из Супернова сейчас будут как-то добирать шаху, когда рассеется дым. Эквалайзер у нас не торопится, потому что понимает, что, возможно, нет никаких шансов поднять своего тиммейта. Я думаю, сейчас останется у нас один эквалайзер. Да, по-моему, так и происходит. Форман у нас доедает шаху. Эквалайзер One Man Army остается в починках. Там, да, последний игрок как раз-таки... Эквалайзер ситуации против как раз таки троих представителей из коллектива Нова. Даже не знаю, но у нас еще и остался представитель команды JTX, который остался в том же доме. Он вообще никуда не двигается. Это человек под никнеймом Спартакус. Он никуда не торопится, будет играть до конца. Правильное решение. Нужно, раз уже решили 8 карт отыгрывать, какими-никакими результатами нужно действовать до конца. А тем временем видим, у нас представители команды номер 14 Legendary Red сейчас будут проезжать мимо дропа и Continental Gaming. Возможно, сейчас у нас будет какой-то прострел, но они решили остановиться и занять кемп недалеко от представителей Continental Gaming. Только посмотрите, сейчас кемпе. У нас примерно 20% воды находится внутри зоны, и как раз-таки уже 80% суши на верхнем и на нижнем острове как раз-таки и будут. Спартаклю тем временем встречает одного из представителей с коллектива Фантастик, уже добирается сразу же, да. Соник добирает, нащупал в траве последнего, нокнутого представителя из коллектива Фантастик. Тем временем Фортемп у нас на экранах появляется, один нок имеется, нужно сразу же поднимать свои вот товарища в этой ситуации. Почему-то один из них, по всей видимости, АФК. Зила сейчас был АФК. Да, конечно, сейчас Фантастик. Видим то, что находится очень близко к ребятам из коллектива Фортемп. И сейчас будет байт как раз-таки на нокнутого товарища. Да, Док у нас на экранах появляется. Вдвоем играет против троих. Как раз-таки двое на ногах от коллектива Фортемп. И на горизонте также GTX
стоят там, не двигаются, последний представитель все-таки. Но это у нас край зоны, и сейчас, возможно, Фантастик вряд ли справится с Фортем, который находится с четырьмя живыми игроками. Я думаю, сейчас все-таки Фортем их зажмут, но Док и его тиммейт Ассаль не сдаются. Фантастик дают ног, два нока с гранаты по ребятам из коллектива Фортем. Ты посмотри, какой хороший был. Такой переворот, Ассаль подходит в упор к двум нокнутым игрокам, одного поднимает быстро. Тем временем зажим по Ассалю, сразу же Годзилла нокает Дока. Ассаль остался один против троих. Который на лоу хп сейчас может забрать. Да, конечно, нужно поднимать уже своего товарища. Остался один на один, ему нужно либо лечиться, либо добирать четвертого, который бежит на него справа. Зилла не видит и дается спрей по Ассалю. Но, видимо, какой-то пинг тут сыграл свою роль. Чуть-чуть не хватило сейчас Фантастик, чтобы они закрыли целую команду представителей 4Temp. Да, могли вот так вот полностью убрать, ребят, с такой вот гонки, где каждый киллпоинт как раз-таки важен. Да, 4Temp сейчас на острие ножа, так сказать, выжили. И как будут дальше Зилли, сражаться. Который был АФК, который, по всей видимости, отошел куда-либо и вернулся в самый подходящий момент. Тем временем, Континентал, видим то, что наукает стрелка. Из команды Invincible. Да. Там еще и был нок, по-моему, от 22-го сквада. Да, Континенталь также добирает. Ребята из коллектива Invisible Маэстро покидает нас, к сожалению, в этой ситуации. По всей видимости, все команды, ребята, покидают нас. Да, 22-й сквад очень агрессивно сейчас себя ведет. Они видят представителей команды номер 11 и вдвоем пытаются как-то разыграть данную гору. Сейчас они будут под двумя прострелами от коллектива номер 14 и 11, если же вдруг как-то их начнут зажимать. Тем временем Денджер у нас понимает, что правый сквад им не настигнут, им нужно сражаться за левый участок зоны. Представитель команды номер 11 это Спарта. ТТХ забирает по одного из представителей Нова. Энгри покидает нас от рук как раз-таки последнего представителя GTX. Спарта Крю у нас совершает ротации, нужно уходить из этой позиции, все верно, потому что не очень-то их хорошо, и тем более были такие ноки плохие для ребят из коллектива Спарта Крю, да, они решили дать чуть-чуть левее, как-то смещаются, останавливаются чуть ниже, но это их решение, но на самом деле у них очень неплохая позиция была на данной горе, тем более там 22-й сквад справа, я думаю, вчетвером против двоих куда было бы легче расправиться. 22-й сейчас Danger и Тапок Туннели Лег из коллектива под номером 14, это Legendary Rides, который в кемпах, и видим то, что один из представителей 10-й команды, это как раз таки Only Team, последний, по всей видимости, представитель, сейчас плывет в зону со стороны Сосновки. Да, интересно, вообще залезет он оттуда наверх, потому что... Там возможно. Возможно. Да. Так, у нас Спарта тем временем смещается на левую сторону вчетвером. Будут в одной даче ехать, и возможно сейчас будет какой-то прострел по одной машине. We Go Hard сейчас направляется у нас в зону и будет залазить наверх представителем команды номер 17 Фаха. Нокает 4Temp Годзиллу, сразу же доедает его. Тем временем Зилла взрывает у нас кого-то в машине с представителем Супернова. Да, видит у нас внизу Соник, представитель команды 4Temp, дает прострел на пол хп. 4Temp сейчас будут лечиться, как-то отстаивать свою. У них имеется уже один нок, который почти уже дотек, да, уже вот сейчас. Нет, это был не нок, вот теперь был нок. Immortal справился и сделал нок. Тем временем у нас остается, по-моему, один представитель 4Temp, который на ногах. Нет, справа как раз-таки двое уже на ногах, один в ноги, нужно понимать своего товарища, чем они сейчас пытаются заняться. Туннелит как раз-таки одного из представителей 4Temp, ребята, скрипчего Спарта Крю сейчас. Очень жестко Спарта Крю сейчас зажали у нас 4Temp, потому что они мало того, что в лоу-граунде, так еще и на дороге сейчас как-то нужно будет приближаться к ним. Само собой, надо уже двигаться, нужно кто next-то продавать, потому что зона через спиннится меньше, чем через 30 секунд, уже второй нок получает, ребята, из коллектива 4Temp, и Зилла остается последний, кто на ногах, который очень-очень близко находится к ребятам, туннелит не ту сторону, они решили забрать все-таки, ребят, из коллектива, двух нокнутых ребят из коллектива 4Temp, кто next? 4Temp закрывается, и остается один Зилла, который будет противостоять четырем игрокам Спарта. Зилла откидывает гранату по Соннику сейчас, Соник не понял, откуда это все прилетело, тем временем Спарте, я думаю, уже нужно задуматься о занятии новой зоны, потому что
там открытая местность, видят, как сейчас переезжает команда Legendary Reds. Паха дает зажим по ним, два транспорта, и Legendary Reds у нас занимает верхнюю горочку отрезка верхней карты. Тем временем у нас Спарта пытается сократиться дистанцию. Нова получает, нокается от хаешки от ребят из коллектива Hidden Force. И тем временем видим то, что Зила передвигается прямо-прямо на лицо к ребятам из коллектива Sparta Crew. Что происходит в этой ситуации? Так видно было как раз-таки модельку персонажа в этой ситуации. И сейчас Зиле нужно жить, нужно проходить именно... Ой-ой-ой, по-моему, не успеет Зила сейчас. Все, уже точно. Я думаю, однозначно он не успел вылечиться. И Fortem покидает у нас данную катку и занимает 7-е место. Спарта у нас расположилась на краю зоны, пытаются как-то сейчас вылечиться, один Сега остался с пол хп, у нас какой-то замес происходит между Legendary Reds и какой-то командой, по-моему, Hidden Force, дается у нас нок от Legendary Reds, гранаты по команде Hidden Force, если не ошибаюсь, у нас остается 6 команд, Hidden Force в упоре. Там вообще, по-моему, 3 сквада в верхнем отрезке карты. И сейчас будет просто тотальное мясо. Да, Legendary Reds Кумбет падает от гранаты от ребят из коллектива Hidden Force. Сейчас это уже не первый раз хорошая хаешка от представителей как раз таки ребят из коллектива Hidden Force. Они уже несколько раз поперенокли ребят. Да, тут же сразу Ислам дает ног по Максику из 22-й. Также самого себя взрывает. Спарта сдалека дает ног по Дардевилу. Одного шота сразу же Тим разменивает. Он доедает его. Он доедает его гранатой. Он состилил килл. Тем временем дается спрей от Соника по Каранге, но вышло не очень. Они Hidden Force смещается более левее. Они просто опани сейчас по Тиму прилетело. Очень-очень больно, падает на коленки. Надо поднимать своего товарища. Или же сначала в первую очередь закрыть ребят из коллектива Legendary Reds. Но нет, тут уже как раз и один последний представитель на ногах остается. Тима сейчас будут добирать. Да, само собой, Соник добирает Тима в этой ситуации. Спарта Крютим. Тем временем импортал падает. Так, что вообще происходит? Континенталь также нокается от зоны. И Континенталь закрывается полностью у нас. Hidden Force у нас остается один представитель на ногах, который будет поднимать своего товарища. Само собой, один. Сейчас пойдет лечение и сразу же пойдет поджим от команды Спарта, потому что у них есть огромное преимущество. Сразу же сейчас Соник ложится, видит соперников, который поднимается, дается какой-то спрей. Очень-очень даже хороший был спрей. Мог бы сейчас забрать полностью... Как раз таки ребята из коллектива Hidden Force, Danger появляется на экранах. И итак, в этой ситуации у нас сейчас Hidden Force подняли своего тиммейта 2-4. Справится ли Hidden Force с данным давлением? У нас дается фланг от Иммортала сбоку. Спарта сейчас крутит просто команду Hidden Force, которая зажата. Через смог, но не получается. Видим то, что сразу Соник дает ног по одному из представителей из коллектива Hidden Force, и, конечно же, Sparta Crew у нас побеждает в этой схватке. Да, да, молодцы. Hidden Force у нас занимает 2-ю строчку, а насчет 3-й строчки немножечко нам неизвестно. Мы решили не показывать вам как раз таки результаты, да, лучше, чтобы лучше сохранить пусть ту уже самую интригу, чтобы ребята могли не считали именно очки ребят, которые у нас занимают призовые места. И чтобы меньше волнений было, у нас однозначно будет более точный подсчет, и потом уже, я думаю, на следующий игровой день, возможно, и сегодня у нас посчитают и покажут итоги группы Б. Да. Всем спасибо, кто сейчас на трансляции. Ставим лайки, подписываемся на канал. Обязательно топим за следующую группу, группу А, которая у нас предстоит, второй отрезок группы А. 4 карты. Это Санок, Эрангель, Мирамар и Эрангель. Да, само собой. Ребят, не забывайте про наших организаторов. Это Министерство по развитию информационных технологий совместно с IT-парком, а также RevoTech и киберспортивной организацией ArcRed. И наш главный как раз-таки спонсор этого всего, что вообще тут происходит, это Адреналин. Ребята, оставайтесь с нами, никогда не переключайтесь. Мы скоро вернемся с Польши после небольшой паузы.